Опять радуга ребят. Блин, на самом деле, вот сейчас мне дают очень хорошие карты для этого рана. Я... У меня глаза разбегаются, какие из них брать. Тинкерс, это если бы у меня было много чем... Но у меня нету чем. Бэкстаб еще один. Третий Shadow Strike. Я бы с удовольствием, но Shadow Strike уже достаточно. Или нет? Мало миньонов, но этих я не хочу почему-то брать. Они слишком толстые. Ладно, еще один. Но это последний, я отвечаю. О, вот это хорошая штука, если она попадает сразу в руку. Мне холодно, капец. Оракл, Хедкрэк, Иллюминатор. Иллюминатор мне абсолютно не нужен. Оракл задровит мне карты, но он также задровит и моему противнику карты. Хедкрэк брать, но полный зашквар, так что, наверное, Оракл. Хороший таунт. Нету двое, нету четверочек. Берем Дарк Айрон Дворфа. Дроу за 4. Еще двоечку. Вот, наконец-то хил пришел, который можно использовать более-менее. И... Панду или Огр Брута? Наверное, панду возьму. Да. Сильвер Хэнд Найт. Зомбичоу? Или еще одного этого? Вот этого парня. Он слишком хорош. Пивка для рывка. Неплохо, неплохо. Но вот это лучше по мне так. Драконы, драконы. Дров, но дровить мне особо нечем. У меня все толстые кричи. И последняя карта у нас... Я наточил топор! Фигня. Кизан Мистик. Good game. Ресабнулся к нам 3 месяца. Спасибо, братан, за поддержку. Добро пожаловать назад. Поехали. Джокер, кстати, сидит здесь, но ничего не говорит. Я Джокер. Я сказал кух. Да? Я даже не слышал, сори. Закинешь модера на доп-треке, извините? Модера что? У меня модера закинешь на доп-треке. Скажи свой ник. Такой же, как в Steam. Джокер. Давай. А ты я будешь? Говорю, а ты будешь? Говорю. Хорошо, смотри, слышишь? Этот... мне нужно... Во-первых, мне нужно самому залогиниться. Второе, это нужно написать свой пароль. У меня есть вопрос. Ты будешь скипать Гачимучи? Конечно же нет, ничего. Правильный ответ. Ты прикалываешься? Модера можно. Можно назначать модером. Так, кик, мут, сетко, сет мод. Спасибо. Есть. Скипаем все, наберем лучше карт. Так, ну, такое. Мне бы... Во, есть два дропчик. Ну, наконец-то, говорят, хороший модер. Спроси, будет ли он скипать пистолента. Я думаю, не будет. Он же хороший модер. Ты открывал же новые патчи? Да. Там ничего особенного. Новые патчи открывал? Ну, вот эти я модеры, говорю, знаешь. Да, да. Там ничего особенного у них нет.
Ну, там, типа, карты через... Ну, играешь на пацана, то есть... Бафаешь его. Ну, типа, ты ставишь карту, а у тебя в колоде пацан просто вот тапается сам по себе. Ты его ставишь, у него 20-20. Here we go. Так это Ктун, у меня есть такая колода. И дело не в... Ну, прикол не в том, чтобы его поставить, и он на столе был. Прикол в том, что вы поставите, и эти 20 урона он нанесет как миссайлами. Типа... Bring out your dead. Ну, клёвенький Undertaker. Люблю эту карту, хорошая она. После того, как вы кастуете спелл, фризит рандомного пацана. Хм. Я бы мог поставить его, но типа особо у меня ничего нету. Но я думаю поставить вот этого панду, он будет как раз 6 урона и 7 хп, кроме как... Может сапнуть? Да, я думаю, сап это идеально. Хорошие хода, Кирюшка. Конечно же. Слушай, что говорит торговец из-под города на русском. Это кто? Торговец из-под города. Я просто из села не шарю. Never Russian version. О, спасибо. Неплохо. Special delivery? Неплохо, выглядит неплохо. О, какая песня, нужно заспамить. Как раз переместился на первое место. Сэмплс. Нет, он так не пишется, блядь. Он так не пишется. Кто-нибудь должен заспамить-то. Dragon's Press. Я понял, друг. Я понял. Так, что я хочу сделать? Пандарина я пока поставить не могу. Я могу поставить Том Пилледжера. Value. Эх, я почти правильно написал. Нужно было только форсинг писать с маленькой. Эх, минимум взаимодействия с чатом. Не, я читаю как раз. Чат идет так быстро, что я не успеваю его читать. Я поставлю нормальный ремикс. Хе-хе. Смотри, чтобы его не скипнули модеры. Хорошая карта была бы, если бы я не мог ее убить. Хочу ли я ее? У меня больше кроме этого хода не будет. Я могу разменяться с бэкстаба, например. Или 5 плюс... Не хватит, все равно. Ладно, я действительно могу разменяться с бэкстаб... Нет, бэкстаб тупо как-то... отстойно! Все очень плохо, ребята. Ладно, бэкстаб действительно. Или нет? Да.
Я еще получу коин. Кайф. И этот парень очень хорош. Под коины зайдет идеальненько. Лицом щит и потом бэкстаб. Зачем потом бэкстаб? Толку с этого? Почему на инглише играешь? Мне очень нравятся английские версии игр в плане оригинальной озвучки, оригинального того, что разработчики и задумывали написать в описаниях, так что... Чисто мое мнение. Мог бы лицом торгануть. Я хотел использовать что-то, чтобы у меня было комбо, и Пандарин получил плюс 3 урона. Вот. Shadow Strike. Как ты вовремя пришел? Обожаю Shadow Strike. Нет! Вот! Я еще не нажал скипнуть ход. Блять, что делать? Я не хочу, чтобы он разбивался. Ну-ка. Хорошо, красиво. Какого хуя лицо замерзло? Там же написано... А, ну в принципе да. Random enemy, а не random enemy minion. О, ладно, проебал свои... О, говно, отстой. Но так-то... А, подожди. Я же замерз тоже. Сука. У меня нету мисс... У меня нету леталочки. One damage off. Все это потому, что я слишком часто отвлекаюсь на чат. Бери. Бери какой-то секрет. Давай. Ты хочешь секрет. Ты хочешь... Counterspell. И поставить. Три таунт. Ладно, у меня нету летала. Есть! Секретики! Give me that shit! Duplicate. Nice! Что я еще хочу сделать? Уничтожить его? И бить в лицо, да? Ну не того ты, блядь! Похуй. Как лада, по-твоему, более гейская? Секрет 1 или зулок? Наверное, секрет 1. Слишком сильно. Ну давай. Посмотрим, что ты найдешь. Я эту песню уже слышал, точнее этот ремикс у Арсения на стриме. Летала. Ты только слышал? Ты только слышал этот ремикс? А что, еще посмотреть? Предлагаю. Видеоряд видел. Видеоряд? Ну, я что-то такого ожидал, блядь. Сука, нет, я не могу на это смотреть. Ту кринж. Валера versus Джейна. Снова Джейна? Why? Зачем вы их берете? Времена
магов на аренке истекли, когда ты мог, блядь, надровить, сука, себе овер до хуя флеймстрайков и быть таким, опа, ставится 3 миньона, флеймстрайк, ставится еще 2, флеймстрайк. Я бы поставил тебя, пиратик, но, к сожалению, не могу. Сколько задержка есть шанс попасть к тебе на рынок? Задержки как таковой нет. Есть только задержка твича. Так что это секунд, ну не знаю, до 10. Хороший второй ход, друг. Отличный просто. Но у меня тоже ничего нету на второй ход. Undertale. Хороший третий ход, друг. Кайф. И четвертый тебе, походу, придется тоже пингануть, друг. Это я зачастил называть тебя своим другом, хоть ты мне, по сути, никто. У меня задержка минуту где-то пишет. Тип в чате. Везучий, сука. Бэкстабы оставим на потом. Хороший. Пятый дроп. Достали. Кайф вообще. Будет ли что-то ХС? Да, будет. О, Special Delivery подъехал. Special Delivery. Так, секу. Мубот. Ты мне нужен, друг. Special Delivery, friend. Это не тот же самый? Нет, это не тот же самый. О, хорошо. Так, как бы мне здесь поступить? По-любому мне нужно бэкстаб делать. Размен. И... вот этот дракон. Пойму на пустой стол ставить этого дракона вообще кайф, потому что это считай, что ты ставишь 4-8. А на следующий ход он станет 8-8. А потом 16-8. Ну а потом ты ваншотнешь своего противника. Эх, влажные мечты. Полиморф. Окей. О! Секреты, блядь, второй раз. Кайфово, блядь, так как. Иди сюда. Оп, что там у нас? Spellbender. Not bad. Not bad at all. Well, так, так у меня 16 хп. Я бы хотел хильнуться вот этим, поэтому наставь, пожалуйста, говна. I'll take that. Так, что-то живот болит, говорит. 100. В принципе, сыграем. Без проблем. Так. Много карт я не хочу. Радуга спой. Радуга спой. Радуга отошел, если верить Тимспику. Так, играет ли Overflame Strike? So many options. В принципе, даже если он Flame Strike нет, у него не будет хода, я смогу сделать спринт, поэтому... у меня все равно будет куча... куча карт.
Угу. Три спелла. Плохо. Плохо. Там может быть пиробласт. Изи. Может в Overwatch? Я бы с удовольствием сейчас в Overwatch играл. Но он откроется только через 4 дня. Через 4 дня, парни. И девушки, если, конечно, такие меня смотрят. Валира versus Валира. Watch your back. I always do. Валера против Валеры. Бэкстап оставляем, все остальное скипаем. Арчсиф. Девушки по хэд. Филс Бэдмен. Не может атаковать. Inspire может атаковать. Окей. А зачем я это нахуй сделал, если бы я не смогу бэкстабнуть? Вот отстой. Ну ладно. Неважно. Зато мы сможем на Mission Ventura поставить. И забрать его. Что? Просто просрал карту. Так. Коин. Гномиш. И... Что там? Оставим. Оставим. О, who do you voodoo, bitch? Буду и буду, бич. Она хочет бить меня в лицо нон-стопом? Привет, Терентий. Йотунг, фоп. На самом деле... Why not? Вот так вот. Value. Даб-трек еле слышно. В том-то и весь прикол, что некоторые песни слышно громко, а некоторые не громко. Ебать! What the fuck is that? Это хуйня, меня пугает. Что я могу с ней сделать? Вот это. Могу сделать. Assassin's Blade. Non-stop face? Нет, не non-stop face. Молодец, молодец. Так, тогда я хочу поставить... 4, например... И... нет. В принципе, да. Это и... задровим нормально. Боже, мне нравится моя дека. На самом деле, она... ну, по крайней мере, сейчас показывала себя как... У меня никогда не было такого, что я остаюсь без карт. Мне это очень нравится. Beat it. Just beat it. Так, ну тут easy. Значит, размен. Backstab. Победа Сильвания. Так, как бы так поставить, чтобы не сильно мне это аукнулось? Вот так неплохо. Откуда ж ты на арену? О, ёбаный стыд. Страшно.
Страшно. Есть такая игра бесплатная в Steam, называется Nitrol Army. Там Ей. Можно играть с людьми на Твиче. Плюс играя, весит немного, но до жути прикольная. One Troll Army. Я заценю, смотрите. 8 маны против 2. Рект. Поехали лицо ему чистить. Летал на столе! Слишком медленно, бро. Too slow. Шив. Все еще летал. Все еще летал. Все еще летал. Не летал. Не летал. Что теперь? Отстойно. Плюс 10-10. Фуллборд зомби-мумий. Или вот эта хуйня, которая 10 урона нанесет. И вот это еще поставлю. Супер летал на столе. Угу, еще один Assassin Blade. Honorable Sudoku. Только не... Я хотел... Тик-так, тик-так, тик-так. Тик-так был бы классным. ХС. Субару. Валира versus Ром. For Doomhammer. What? Да 3-3, как я и говорил. Так, я даже здесь оставлю Shadow Strike, потому что вот эта скотина любит ставить всяких... Таких типа 7-7 за 4 маны, здорово. Парни, я пришел ебать вас. Greetings, friend. No greetings for you, buddy. Смотрите, а ты не хотел на стриме поиграть в Game of the Year Blazed? А, я проходил ее, но не на стриме. Там, где типа Дорита. Ты ее на этапе проходил? Или просто... В смысле на Ютабе? Типа я смотрел или проходил? Я проходил ее. Нет, ты ее записывал или просто? Не, просто. Блять, этот зомби-чоу, сука. Не хочу зомби-чоу. Парень предлагает огоньку подешевле. Твои вторые пиасты. А за предыдущие где спасибо? Там с этой игрой был прикол, короче, а не Troll Army. Она стоила $10. Разрабы сказали, что если люди на Твиче победят разрабы игры, то игру сделают дешевле. Итог. Она стала бесплатной. Неплохо. Вот так вот парень просто взял и скипнул свой, я не знаю, профит. Сложный выбор, сложный выбор. Я точно не хочу оставлять там всякие Flame Tank тотемы, ну его нафиг. Они затрейдятся, и я потом буду сидеть с соплями и со слезами на глазах. Скипнул профит, зато получил уважение чатика, да? Ладно, я ушел в этот тест. Давай.
С соплями на глазах. Ох, ебать, это что это за дерьмо? Хорошо, что тут специальная доставочка есть. Тереша, здорово. Может, заценишь как-нибудь на стриме игрушку? Она есть в стиме, называется www. Может, когда-то и заценю. Спасибо за донейшн, донор. А, и, кстати, мой хозяин, спасибо за 2 донейшена. Ты вроде хотел, чтобы тебе это сказали. Я всегда благодарен за донейшены. Не всегда. Даже когда, точнее, я это не озвучиваю. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Вы уже играли в Gang Beasts? Я не играл в Gang Beasts. Но. Я планирую сыграть. У него и так 6 карт. Я думаю, ничего не случится, если дам ему еще несколько, правда? Ведь. На самом деле нет, неправда. Неправда. Shadow Strike. Нет, на самом деле правда. Here we go. Бомб ЗВ, 9 карт теперь у него. Ну, посмотрим, как он с ними распоряжаться будет. Годдард Соул с савами. Арсений спиздил джойстик и ресивер, прикиньте. Урод. Он был мне как брат. Точнее, он был моим братом. Теперь я без джойстика не могу даже... Вот выйдет... О, еще один Shadow Strike подъехал. Вот выйдет... секунду. Выйдет кровь и вино. Да, кровь и вино для Ведьмака. И у меня не будет как играть в него, потому что Арсений забрал джойстики. Не пойман, не вор, так я... Ай, ладно, не буду ничего ему говорить. Арсений не мог так поступить, Бэбл Тамп. Но он это сделал. Еще один огненный элементаль. И еще another one bites dust. Блин, мисплей. Скипнул 2 хп. Такой я ни о чем, парни. Скипнул 2 хп. Фу, не на клавомышке. Ну так и Ведьмак, он как типа Dark Souls. Боевка от третьего лица, почему бы не играть на джойстике? Очень удобно, кстати. Шесть урона. Ну, если я поставлю Фарама, вот если я сейчас пойду в лицо и поставлю Фарама, я думаю, там... Ах, он не даст мне пойти себе в лицо. Вот ублюдок, мать твою. Что ж ты делаешь-то, Ирод? Что ж ты делаешь-то, Ирод? Даже не выбирал. Я знал, что взять. Тик-так, мазерфакер. Я вот уже New Game Plus начал на клаве DS1, не жалуюсь. Клава, возможно. Никто не говорит, что клавиатурой невозможно пользоваться. Но джойстики намного приятнее играть. Ты назвал меня своим хозяином. Теперь повинуйся моей воле, раб. Иди играй в Анитрол Армы немедленно. Имидиателлы. Восклицательный знак берет. Анмедделик. Гайлайп туч. Имедиат. Восклицательный знак О. Это было слово немедленно на многих языках мира.
Чем больше ты знаешь. Так. У него еще 7 маны. Я подумаю насчет One Troll Army. Ха! Бог Крипер. Удар. Поехали. Сюда, сюда, плиз. Да ты издеваешься нахуй. Пиздец. Что за дерьмо? Почему не берешь фулл стол 3-3, что у шамана, что у роги нет ОЕ изи винжишь? Ха. Ну типа у шамана какой-то Lightning Storm мог вылезти. Или Elemental Destruction. Never lucky. Да? Могли бы еще вот эту хуйню убить. Сквидварда вот этого. Эх, жизнь дерьмо. Хорошая штука. 4 маны, 5-6. Bloodlust? А, я понял. Вот оно как. Вот оно как. Ладно, два, два, два. И скип. У меня сейчас стоит, не, нет, не стоит, летало. Эти 4 минуты стрима замьютит, можешь скринить. Потому что Twitch помогает ребятам с авторскими правами. Лучше, чтобы замьютило на записи, чем подали жалобу правообладатели. Жалко, на YouTube такого не делают. У меня сейчас стоит, а нет, не стоит. Пиздатые кричи, бро! Вот бы мне таких же. Я не могу сейчас со всеми, причем с ними разменяться. Отстой полный. Клава топ, ТМТ не спорь. Иначе мы подумаем, что ты предпочитаешь длинные продолговатые предметы, такие как джойстики КП. Но мы же пираты и все знаем. Что ты не, да, из таких сморчков. Согласен, я не из таких. Дроу. Дроу карт. Нужен ли мне дроу? Не особо. Лучше я поставлю побольше. Побольше на стол всяких страшных штук, чтобы он сдался и все-таки трейдился. Все еще нет леталочки, блин. Только не таунт, есть не таунт. Ты хочешь ударить сюда? Или ты хочешь бить мне лицо? Вряд ли ты хочешь бить мне лицо, друг. Или сюда, по-любому этой штукой нужно размениваться. По-другому даже никак. А я смогу тут декнуть летало с Ancestral Knowledge. Не туда, ёбаные волки, друг, ты только что сдох из-за этого, господи. Ты только что сдох только потому, что пожадничал. Пиздец, как можно так жить? Эх. Thank you.
типа... Парень просто сам себе проебал игру. У него были шансы выжить. У него были шансы выжить. Он мог каким-то... Я не знаю, у него... Короче, пока ты не мертв, у тебя есть шансы, но... 10 из 10 бен. Я просто набрал себе. Я люблю карты дроить. Warcraft с командой сегодня будет? Нет, думаю, нет. 4-3. А, блин, не люблю первым. Ладно, это все еще два дропа. Лучше, чем задровить какого-то, блин, Рафаама и сидеть с ним. Что это за песня? Блять, лол. Мужик, конечно, из этого. Мужик, который в Мише МК видосиках, мультиках. Кайф. Нахуй вырежу семью. Так, это работа для моего клинка. Готово. Я горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. Тереша, реально просьба затраить ВВВВВ или чай Чичимбер. Чё, из Чембер? Фановый каталог плюс взаимодействие с чатиком. Во втором случае. Вот чё, из Чемберна? Нормально, может быть, мы в него и сходим. Блядь, вот это отстой. Мне теперь нечем... Бэкстаб. Бэкстаб. Нет, нихуя не бэкстаб. Можешь громче сделать у себя даб-трек. Блин, ну некоторые песни будут громче, некоторые будут тише. Давайте я сделаю вот чуть-чуть буквально громче. Это будет выглядеть... Это будет выглядеть вот так. Слабее. Вот так. Что произошло? Воин, парень. Блин, я бы... Это бесполезно сейчас ставить. Этого парня тоже. Вот. Этого. Тогда нужно вот так вот сделать. Так. Вот так. И вот так. Ну, это, блин, конечно, испортило мне полностью... полностью мою жизнь и настройки моего микшера, но чего не сделаешь ради чата. No, what are you doing? Fucking faggot. Тогда... Хочешь биться так? Будем биться так, блядь.
У этого парня еще более инсейн колода. Кажется, я начинаю проябывать. Но если я хильнусь... то будет лучше. Так, у меня есть ассасинейт на всякий случай против сильных дропов. Если сейчас какой-то танк зайдет... это не танк. Окей. Все очень плохо. Допустим, раз. Допустим, два. Оставим меч. Неизвестно, когда мы сможем взять новый. Ебать. Что с этой игрой не так? Почему Seal of Champions такие сильные? А, парни? Почему Seal of a Champion такие сильные? Кажется, все. 4-3 из Рил! 4-3 полис! Нет! Я не хочу! Хотя еще не факт. Еще не факт. 4. Теренти, вот что так. За фигня? Где боль и унижение? Шус уже давно прошел Dark Souls, а ты да. Все еще не начинал топить свою боль и печаль и унижение. Не начинал? Ты че, друг, серьезно? Я начинал, я прошел Hello Kitty, я прошел, и я прошел тучку, которая бьет электричеством. Не надо тут, ля-ля. Lay of hands. Ебать, все плохо. Все плохо. Ну хотя бы он больше ничего не поставит, кроме коина. Так. Так. Вот так. Стабилизируется ли Керенти на этом, в этой игре, мы узнаем прямо сейчас. У него 8 карт. Думаю, стабилизироваться будет сложно. Но он не знает какую-то херню, почему у него нет хэви-дропов нормальных. Fuck my life! Ебать, вот это точно. Просто убейте меня прямо сейчас. Просто прямо сейчас меня убейте. Что это за дерьмо? Чё-то жарковато. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Yes! Боже. Если ты есть, дай мне выиграть эту игру. Я так стараюсь. Я так стараюсь. Я все правильно сказал. Где Кефир? Капа. Так что не начинал, Капа. Начинал, начинал. What? Ты серьезно? Ебать. Друг. Какой топ-дек?
Какой топ-дек? Боже, какой топ-дек. Видишь, громко. Громко. Сори, пистолетов. Я бы с удовольствием послушал твои другие песни, но... Их нет. Ебать. Убери это говно, блядь, с глаз моих. Блять, он поставит ее на следующий ход, и у меня снова не будет чем ответить. Блять, ассасинейт, ассасинейт. Ассасинейт. Ассасинейт, плиз. Или таунт. У меня есть таунты. У меня 6 карт. Я живу. Я живу еще. Я живу, но это ненадолго. Фак. Нет. Блять, Рафам, говно, сукин сын. Будь ты проклят. Почему ты стоишь 9, а не 8? Мне нужно было... Блять, как он потеет! Как он топ-декает! Как он топ-декает, блять! Нет! Нет, это был мой единственный шанс! За что игра? За что ты меня так не любишь? Карты. Карты. Shadow Strike. No! Две карты. Две карты. No! Assassinate! За что? Assassinate последняя карта в колоде. Она мне была нужна сейчас. Блять, последняя карта в колоде, ебучий ассасинейт. Please, game, game, please, why? Удача. Игра, сука, игра издевается. Ты видишь, что она мне сейчас предлагает? Она мне в начальную руку ассасинейт положила. Сука, блядь. Ну ты бился до конца. Да вообще, ты видел, на каких соплях это было? Если бы он не топ-декнул этот... или это не был не топ-дек, я не заметил, честно. Боже. Эквалити, вот, как этот спел называется. Он ему просто вытащил катку. Обида ебаная. Ладно, пошел я на тушь.
Давай, потом еще. Может, давай. Может, увидимся. Давай, давай. Хочу ли я, чтобы она на своем третьем ходу тоже пинганула? Мне кажется, она почему-то и так пинганет, поэтому пирата мы оставим. Он клевал, я подсмотрел капа. Нечестно. Нечестная победа. Я с тобой согласен, ебака. Вау! Вау, три маны нанести три урона. Кул! Кул! Можешь после этой песни зайти на даб. А зачем? Зачем мне это делать? Блин, для Special Delivery не хватает одного ходика. Жалко, жалко. Actually. Пятый ход, ему нужно пингануть, и у него останется три маны. Надеемся, что у него ничего нету. Ты поймешь, зачем. Но я не хочу. Рил, не хочу отвлекаться. Я так отвлекаюсь на чат, отвлекаюсь на мубота. Из-за этого я частенько игры проигрываю. Тёма, ВТФ, взошел к нам на корабль, но, по-моему, ты уже был когда-то сабом, поэтому добро пожаловать назад. Special Delivery или Assassinate? Конечно же, даже не так. Backstab? Нет, почему? Бомблопа? Меч. Special Delivery. Это, кстати, карта очень хороша на арене. Прям, вау. So good. Зашел к Диме, там стоны, захожу к Терентию, нету гейденатов. Что не так с этим миром? Все в твоих руках, Санек. Все в твоих руках. Блин, я подставлюсь, конечно, под Flame Strike, но у него кроме Flame Strike не будет ничего, если он его юзнет. Ну, а так-то две карты на Flame Strike, целый ход, пойдет. Эта песня еще идет 4 минуты, ебать. Аллаху Акбар. 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 Боже, это долго будет продолжаться. Аллаху Акбар. Твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак. Знак восклицания не дочитал. Аниль. Не надо на меня отвлекаться. И так сложно незаметно от тебя пиарить свой канал. Так, что я хочу сделать? Как я хочу рекнуть эту подругу? Размен, спринт. Или сначала спринт.
Или, блин. Ладно. Уже поздно. 13 хп можно было бы, в принципе, в лицо. Это было бы уже 9. 7 хп. 7 хп этого мало. Ого, какая сильная тигра. Тигра теперь сильна. А если я свою тигру поставлю? Но сначала мне нужно кое-что другое. Гномиш инвентор. Ты на новую хату, что ли, переехал? Ну, да, уже давно. Ноп. Это так не работает, дружище. Это так не работает. Это тоже так не работает, к сожалению. Ага, я понял тебя. Ты хочешь играть в грязные игры. Давай играть в грязные игры. Вот этого оставим, если что, мы поставим Рафаама. Возьмем 10-10 и, блядь, въебыч. Ух, хорошо будет, кайф. Летало так-то и стоит вроде, да? 2, 6, 11, нет, нету. 1, нет, ну, есть, считайте. Считайте, леталочка есть. Ноуп. Полиморф. Ага. Сейчас нужно красиво это сделать. А урона у нас не хватает. Поехали, блядь. Манаверн. Фаербол. Фростболт. Фух. Я-то думал, там еще один фаербол. Фью, пронесло. Come on and slam. Бум, блять. Фух, чуть не сдох от сердечка-то, когда он фаерболом хуйнул в меня. Ух, страшно. Тигр, блядь, уже полжопы откусил. Кизан Мистик, оставляем. Argent Horse Rider тоже оставляем. Ух, сейчас бы Хантер какую-то трапочку поставил. Кайф будет. Какой хороший ремикс. Мои уши кайфуют. Думаю, я просто скипну этот ход. Ого. Сколько дерьма ты наставил. Значит, бэкстаб и нож. Нет, Миша. Почему Миша? Сука. Хотя я даже не знаю. Лучше бы... Вот в идеале хафер. Вот это единственный раз, когда я хотел бы сейчас, чтобы пацану пришел хафер. Так, чтобы он не поставил, я смогу это бомб лобнуть. Хочу ли я этого? Не особо.
Рафам на аренке? Это не особое везение. Ого, блять, вот это отстойная карта, на самом деле. Как бы правильно здесь сыграть? Форс Райдер? Думаю, да. Думаю, да. Пауков я не хочу триггерить. Пусть он лучше сам их триггернет. А я их разобью. Так, ну надеется на бомблобера или не надеется? Это мой единственный шанс. Лахокбар! No, fuck you. Ответь скорее на мой злободневный вопрос, а как размножаются геи? И хайст в кошелке принес. А может, они как амеба, селением, рождают детей. Успешно клонируют колбы, таблетки, пробирка, почкуются, мечут и порку. Да мало ли способов есть. Ну кто мне ответит? Терешка? Я не знаю. Они, наверное, берут у аистов. Все плохо. Все плохо. Проиграл 50 на 50. Почти проиграл игру. Скорее всего, уже проиграл. Но это мы еще посмотрим. О! Эта штука может меня спасти, блядь. Сморк. Сморк. Это вполне возможно. Так. Начнем с вот этого. Нет, надо было начинать с этого вообще-то. Фу, блядь. Терёша тупой. Ой, найс. Это я понимаю. Вот это я понимаю. Тема. У меня все еще плохо все по хп. У меня есть Бертрап. Возможно, это даст мне победу. То, что он решил так пожадничать. Он теперь будет трейдиться? But why? Собаки? Понял. Понял. No problem. Что нужно мне, чтобы выиграть? Наверное, уже ничего не поможет. Так, ну, 6, 2 хп, заебись, проёб. Ясненько. Жаль, конечно. Опять 2, сука, опять 3 инкамин. Вот был бы хилбот вместо кракена, да. Еще бы на самом деле один ход, и этот кракен бы сыграл, и было бы найс. Игра проигралась на моменте, когда Аллах-Акбар полетел не в того. Хорошего тебе вечера. Покажи на стриме, как репчик читаешь. Ссылка удалена. Нет. Не покажу, отец Виллибальд. Но спасибо. Тебе тоже добрый вечер. Придется делать коин. Мистер Маг. Коин? Сколько респектов стоит новая игра? Слишком много, чтобы так ее просто купить. Дэм.
Ставь секрет, пожалуйста. Это будет такой рект, если ты поставишь секрет. Не совсем секрет. За 6, как она поставила его? За 3. А Unstable Portal разве делает на 3 дешевле? Или на 2? Ебать, нечестно. Вообще нечестно. Теперь мне будет очень сложно из-за ее фаербласта. На 3, блядь, так отстойно. Прикольно захилял. Захилял. Ну и забери, значит. Look at the bacon. Actually. Actually. У меня нету времени. Мне нужно как можно быстрее лицо разбивать. Я очень жду, что она поставит какой-то секрет. Это будет так классно. Это очень много даст мне. Follow the rules. Что если я не хочу follow the rules? Беремте лучший. Спасибо, супер свити. Приятно. Так. Так я хочу это сделать. Я хочу сделать это красиво. Начнем с того, что это идет сюда. Он все равно его пинганет. Все-таки фейланул я. Минус 2 хп, фейланул, как обычно. Hotline Miami, кайф. Так, фризящая хуйня. Не то чтобы я ее боялся, она просто мне неприятна. Так, карты подъехали. Следующий ход, если все пойдет правильно, рафам. Бабоши после проигрыша или что, из Чембер? Hotline Miami? При чем она тут? Но это же музыка из Hotline Miami. Не? Пертурбатор. 100% пертурбатор был в Hotline Miami. Возможно, это не из Hotline Miami, но это группа, которая делала другие треки для Hotline Miami, поэтому я так-то слушал, поэтому мне она знакома. Когда музычку на стриме поставь, Оми, Ресонанчида светится имя твое. Ну, я ставлю музыку через даб-трек, а через даб-трек каждый может поставить свою. Так что, ребят, она не понимает, что у нее 2 урона наносит эта штука. Она до сих пор типа, что же делать? Пинг там заморозить, потому что будет лицо чищено, не? Frostbolt. Пинг. И заморозить лицо, да? Arcane Explosion. What the fuck? Окей. Рафам! Заставь эту суку заплатить!
Так, смотрим. Сейчас, ребят, доиграем аренку и пойдем в другую игру. Не знаю, правда, какую. Может, честь Чембер? Но разве там не на джойстике нужно играть? Rope of Return. Дэйум. Блять. Сраные таунты. Отвались со своими таунтами. Ублюдок, мать твою. Дарк Мессия. Да, есть еще Дарк Мессия, который я не прошел на стриме. Так, либо у нее есть таунт, либо она может заремувить моего кракена, либо как-то его зафризить. Иначе... В принципе, у нее еще может быть флеймстрайк. Боже, ждет тебя. Ха? Ха? А заморозить ты можешь? Серьезно, блядь? Серьезно, сука? Ты поставила эту хуйню, и она дала тебе единственный спелл, который тебе заезжал идеально, сука, пиздец. Нету моей сил больше с этим дерьмом бороться. Форил, блядь? Капа-капа-капа. Наказан, блять. У пацана вот горит арена. У пацана горит арена, и он топ-декает. Сука. Пиздос. Can't believe my luck. Мне нужен тигр. Тигр. Не тигр. Ладно, все еще хорошая карта. Но не тигр. У меня есть еще Bloodlust. Blood, блядь, Last. Ту-ту-ту. Mm-hmm. For Blackwing. Тигр, сука. 5. Если я сейчас ударю его лицо, у меня будет летало. Подожди, у меня была летала? Блять, у меня была летала, сука! Пиздец. Обидно. Ладно, сыграем тогда... А, похуй. ДЦП, боже, почему я не смотрю... Я слишком много отвлекаюсь. Аркейн интеллект. Плиз, не давай ему карт. Да, я знаю, там плюс один еще было.
Ему не хватает одного урона? Блять, ему вышла эта хуйня. Ноу! Why has this happened to me? У меня есть таунты? У меня должен быть таунт. Если я юзну спринт. Бэкстаб не помогает. Блять, я зафейлил так сильно, что аж мне плохо. Хоть как проиграл. Блять, у меня был летал. У меня был вонючий летал, сука. Ск-ск. Fuck my life. 5-3. А могло бы быть 6-2. Буканир, 50 голды. Ну, буканиры у меня, по-моему, есть. Вроде бы бесполезные карты. По крайней мере, я не нашел ничего в них очень классного. Давай теперь Легу. Нет, давайте я сыграю еще одну каточку Not Usable in Standard. А почему? Разве у меня в фризмаге есть какие-то карты, которые не разрешаются? Айсланцы, Фростболты, Талнес, Думслеер. А, там есть Мэд-Сайентисты. Мэд-Сайентисты нельзя, нельзя. Ай-яй-яй. Акалит оф Пейн. А, и Императора нельзя. Все остальное можно. Ктун. Поехали на Ктуне. Вроде немножко даже согрелся на своей жопной тяге. Утер против Гераша. Ну, в принципе, у меня нормальные карты зашли в начале. И Брал есть. Вообще идеально. Я, правда, не знаю, что этот пал. Какой он. Я очень мало играю в Hearthstone с выхода обновки. Императора можно? Ну, значит, нельзя Mad Scientist'ов, получается. Три, один, стелс. Окей. Три. Нажми на кнопку переделать в стандарт под названием деки. Понял.
Понял тебя, братан. Поехали дальше. Face is the place. Тут, короче, фигня, которая дает тебе 10 армора. Конечно же, Face. Дать темный мессия. Блин, я не знаю. Тут ребята хотят Choice Chamber. Вау, Blazing of a Kings. Снова в лицо. Допустим, Shield. Shield Block. Нету, ничего не достал. Окей. Я надеялся, что может я достану Shield Slam или Execute какой-то, было бы нормально. Пережил гипертонический криз, нельзя волноваться. Увидел, как ты проебал летал. Сейчас тахикардия из-за тебя. Ну зачем ты так? Ну прости меня, я не хотел. Я сам не рад этому. Окей, мне просто нечего играть, поэтому 50 на 50. Never win. Never win. Последовательность от богов, так все правильно я сделал. Если бы я нашел Shield Slam, то зачем бы я бил руками? Блять, у меня нету. У меня нету Ктуна, который. У меня нету Ктуна, который бы был 10-10. Мне пришла только одна карта на баф его с самого начала. Это меня просто убивает. У него две карты. Пол, сделай в какой игру идти. Не, я пойду в ту, которая мне больше приглянется. У меня в руке лежит 20 армора, но я не могу его поюзать. Потому что... Так, мне это не подходит. Мне нужно по-любому жевать. Armor up. Это настолько плохо, кстати, сейчас. У меня просто нет карт. Я вас модей. А я Hearthstone-чик стримлю. Ой, тоже здрасте, да. Я думал, что ты с собой общаешься? Ну да. Все очень плохо, блять. Мне не заходят карты, которые мне нужны. Пусть они зайдут. Готово. Они зашли с модей. Как там этот? Космос. Я смотрю, ты частенько в космосе. Это топ просто игры, я вообще обожаю. Ебать. Вот это, кажется, все. Кажется, 4-8 будет 3, 2 и 1. Нет, еще 2. 3, 2, еще 2. Кажется, я живу еще один ход. Ты нужен, должен тащить. I can't. This game is bullshit. Can't. Can't, yes. Can't восьмерка? Да. Что? Ну, сигареты, can't. А-а-а.
Два кинжала. Мисс один. Мисс второй. У него все еще не отлетало. Ха. Сейчас бы мне... Что я могу задровить, в принципе? Нет, у него есть летало. Блять, не везет, сука, пиздец. Ух. Не везет. Чё, тебя какие-то слабенькие юниты убивают? Нормально в этой игре? Ну, такая дека против меня. Чё против тебя? Такая дека. Типа... Когда тебе... За гнома играешь? М? За гнома играешь? За гнома? Сори, вот. Там девочка какая-то гном была. Не, ты не играл никогда в Hearthstone? Это ранг. Нет, я не играл. Это ранг. Ты на колонках, кстати, сидишь. Герош versus Anduin. Уже нет. Во, теперь мне заходят все карты, чтобы бафать Ктуна. Я согласен. Я... Согласен. Может, Stellaris? Так я же не играю. Во что? Stellaris. Ну так никогда не поздно начать. Ну такое. На что она, кстати, похожа? Цивилизацию немножко. Немножко? Ну, мне, ну я вообще от нее в восторге, на самом деле. Подожди, ну то есть там сессия или там как она как ММО? Коин забрал. Как это объяснить-то? В плане ММО. Что... Ну, ты качаешься глобально от ММО? Или ты заходишь, начинаешь сервер, играешь с друзьями сначала, в игру, как да. В цивилизацию? Как в цивилизацию. Понятно. Только без ходов, сразу все онлайн. Как в цивилизации, только без ходов. Там всякие технологии. Блин, короче, я не знаю, там камень, ножницы, бумага по оружию. Типа, есть лазерное, есть кинетическое, есть ракетное. Вот. Но мне больше всего лазерное нравится. И там, ну, как бы планеты выбираешь, какие будешь заселять. Там рандомно генерируется карта. Какие-то квесты там тоже выпадают. Типа, пираты нападают, еще что-нибудь. Или там... Вот у меня, допустим, сейчас я развился очень далеко. У меня моя раса преобразовалась... Появились какие-то, ну, половину киборги, то есть еще я роботов построил на некоторых планетах. Короче, роботы начали убивать мирных граждан, киборги начали воевать с основным населением. В общем, там просто жопа полная. Роботы начали убивать мирное население. Лол, такой, знаешь. Ой. Как бы мне здесь сыграть? Наверное, как-то... Как-то вот... Или вот так... 4, нет. Я 20-й написал про колонию. В общем, Делива, помню, играл. Заселил планету, которая мало, ну, пригодна была для жизни, для него, для его расы. Колония, короче, сбунтовалась, построила флот, и его же убило. Это если вы... Это вы, если вы, знаешь, типа США напала на Англию и отпиздила ее. Типа такое, да. Ты добавь. Execute. Kill. Там где говорят, за грибов можно играть. Будешь за грибы? Грибочки. Они жареные или не? Как захочешь. Как захочу. Вот специальная акция, вот. Да я даже тебе игру подарю. Она бесплатная?
У тебя, получается, будет бесплатно? Не, ну вообще, она бесплатная? 603. Серьезно? Ого. Не, слишком, слишком дорогие подарки. Так я тебе подарю. Так, ну ничего, выйдешь за меня. Блин, ну ты так... Замуж. Ты так я на самом деле рекламируешь? Я даже задумался. В смысле рекламирую? Мне просто интересно. Там интересно, когда много людей, вот это кайф. А с ботами играть такое себе удовольствие. Когда с кем-то играешь, там что-то такое, но взаимодействуешь, это прикольно. Но не знаю. Короче, я уже захожу и это. Сейчас пришлю гифты. Не-не, ну сейчас я точно не пойду. Смотри. Почему? Ну я сейчас стримлю. Это Stellaris, он, не знаю, скучный будет. Давай спросим в чата. Спросим в чата, хотят ли они смотреть Stellaris? Да, да. Ну давай, спроси. А как голосование сделать? Там типа какие-то есть эти... опрос его. Опрос? Потом ну есть Strawpoll, да. Ты можешь закинуть со Strawpoll ссылку. Ща найду Strawpoll. Inner Fire? Серьезно, друг? Inner Fire? Что там пишет? Сейчас. Go, ну вообще пишет Go, но... Жди. Походу люди, которые шарят про него, пишут, он очень скучный даже против других игроков. Ты хотел только одну игру в ранке. Отправил. Упс. Какой парень. Come, little ones. ХС скучный. Так я уже хотел заканчивать с ХСом. Асмодей заманивает, проголосую. Слава Украине, я думал, проголосуешь. Асмодей заманивает, кстати, идет, да. Но есть люди, кстати, есть люди, которым не хочется. Mind Control? Серьезно, пидор? Какой нахуй Mind Control? Mind Control. Вот пидор. Страсти 19 ранг. В Стелларисе есть жуки-коммунисты. А у тебя, кстати, откуда гифт? Какой гифт? Я купил. Серьезно? Конечно. Я ее в первый день купил, алло, 9 мая. А зачем? Ты типа слышал ее, ждал? Я увидел ее, да. Я увидел фотки, как она будет выглядеть. Сразу ее... Еще она не вышла, я уже купил ее. Интересненько. Если я сейчас поставлю Катуна, я его не убью, и он там какой-то майнд-контроль сделает, ну его нахуй. Короче, уже 60% за. Там есть грибы. Ну блин, 60% это, конечно, показатель. Денег за пиар. Да я вообще в минус ухожу. Я ж подарок дарить буду. Горхаул достал, парень. 22. Катун у меня на сколько закачан? 17-17. То есть у меня нету одного урона, чтобы леталочку ему словить. Одного урона. Stellaris скучный. Игра до победы может идти не одни сутки. Это же игра парадокса. В нее надо играть самому, очень долго ничего не происходит. Ты ему нанес. Не надо ее стремить. На цифку это вообще не похоже. Это как Европа Универсалис и Art of Iron. Так вот. На цифку это вообще не похоже, это как Европа Универсалис и Art of Iron. Блин, Европа, кстати, такая себе. Ну это же гиг того. О, он у тебя забрал, это говно!
Это не имеет значения. Он уже проиграл, говорит Катун. Я забрал это говно, сука. Так, ладно. Stellaris, конечно, очень весело, но... Я уверен. Я уверен. Но, к сожалению, я вынужден пойти вместо этого в боши. Боши же, правильно, ребят? Или мы сделаем... А хотя давайте по-другому сделаем. Stellaris еще не отменяется, давай так. Стравпол. И теперь я сделаю. Катун. Ну, давай, давай. Слава Украине, Катун. Катун. Не, я не делаю. Я же не долбоеб. Так. Stellaris с Асмодеюшкой. Ой, там война в чате. It's Boshi Time. Или... Dark Messiah темной магии. Еще есть последний вариант. Это... Сейчас я вспомню. Блин, как эта игра называется? Choice Chamber. Что это? Choice Chamber? Choice Chamber. Ребят, голосовалка века просто. Choice Chamber, там где типа в чатике ты можешь писать всякую ересь. Поехали, вот голосование. Так, проголосовал, ну ясно, понятно, конечно, за что. Уже один голос свой вижу. 100% лидируем. Я бы поиграл, я даже не знаю. Dark Messiah, наверное, проголосую за Dark Messiah. По-моему, там уже все решено. Ой-ой-ой, чат. Короче, я заказываю. Ебать, чат. Неплохо, неплохо. Я, если честно, такого хуйни не ожидал. Stellaris — это Европа Универсалис в космосе. Знаешь, это тот момент, когда чат такой: «А, проголосую специально поддержать Асмодея». У белорусов. Чтоб он на минус ушел. Так, где тут понеслась ща? Чё я тогда себе куплю? Не, не сам этот. Купишь? Не, как? Ну, типа, дорого. В Белоруссии сложно с всякими вебманиями, поэтому... Не, у меня есть еще. Поэтому why not? Я еще пока деньги есть. Все в порядке, деньги есть, знаешь, как в этом Ленинграде. Можешь кому-то, если... Смотрел клип «Питере пить»? «Питере пить». Нет. За белорусов. 53%. Показатель. Stellaris, разработчик Paradox Development Studio. Я знаю, кому я сейчас предложу. Секунду. 600 рублей. Fuck my life. Предложение Асмодея на ножи. Решетка Асмодея на ножи. Асмодея на ножи пытается. А что прикольно, что круче, Galaxy Edition, новый Edition или обычный? В чем разница? В чем разница? Наверное, где-то развод, там, смотри, даже ни одного не продано, так что я бы не советовал его брать. Ну, типа, да, давай посмотрим, новый Edition. Эксклюзивная раса пришельцев. Да ты сам можешь создать свою расу. Можно создать космических пиратов, грибов. Там вообще-то выбираешь, какие... Там все выбираешь, какие миры у тебя будут, какое оружие, какие это технологии. Так а сколько нас тогда идет? Пилитарист или пацифист, что? Сколько тогда нас идет играть? Так я вот сейчас хочу спросить, надо же людей спросить, правильно, правильно? А то все проголосовали за Stellaris, а в итоге никто не пойдет. Ну, это ж неправильно. Я просто... сейчас. Космический колобок. Я закрываю Асмодея своим телом, пацан в чате пишет. Я бы, не знаю, положился бы на такого парня.
Положился прям? Mm-hmm. Ну, на твоем месте, конечно же, он же тебя закрывает. А. Так, Стелларис. 600 рублей, ладно. Говорит, гусей в Стелларисе нет. Если купишь кому-то еще гифток, типа Радуги, вот Джокеру... Я спрашиваю у этих... Ну, они же сейчас на этом... Как его? Бунт. Тереша не башист ни разу. Ой, все. Ой, все. Что я могу сказать? You face Jiraxxus. Нужно на самом деле делать эту фигню потише. Слишком громко. Ты пока можешь расу создать. Я пока, во-первых, я куплю ее, потом я ее начну качать, а за это время, ребят, не расстраивайтесь, я попробую пройти уровень в It's Boshi Time. Там прям укричат. Радуга в армии, ну, на Мейсике. А, не, подожди, сегодня ШСГ, сегодня же пятница. И Джокер на Мейсике. Дима, я не знаю, на Мейсе или на своем серваке. Ну, короче, вон, на крайняк Арсюшке можешь предложить. Стелларис, но я думаю, ему не зайдет. Ему не нравится, думаешь? Ну, посмотрим. Тут в большей части это зависит от меня. Типа, если я скажу, о, классная, ну, если она мне действительно понравится, то... А, то есть он такой, да, как-то... Не, ну, если я скажу, типа, повлияю на его. Повлияю? Да. Тереха, у меня есть Стелларис, можно с вами? Ну, он парень пишет, у меня есть Стелларис, можно с вами? Ожидание подтверждения. Вы перейдите в Киви. А куда переходить-то? Работа со щитами? Ты мне вопрос задаешь? Ну да. Я откуда знаю? Я могу тебе на вмане как бы оплатить и все. Я уже вроде через... типа оплачиваю. Киви, по-моему, дороже выходит. Для продолжения... А, все. Там наш 40 рублей дороже. Что поделать? Деньги у меня есть на Киви. Деньги не проблема, да? 630 рублей. СМС-код. Give me that shit. Джокер, что-то все это... Фукашит, походу, в чате спросил, все молчат. А где сам код-то, блядь? А там, наверное, должна прийти тебе на e-mail ссылка, и в ссылке нажимаешь, и оно тебе пкифт сразу присылает. Нет. Где в смысле код смс-подтверждение? Пришла смс-ка, типа, вы хотите оплатить то-то, то-то? Ты такой, а ты ответишь, да-да. Я такой нажимаю, ну да. А кода я не вижу, сори. Вернуться на сайт. Пожалуйста, нажмите вернуться в магазин. Окей. Чтобы вернуться на сайт WebMoney. Какой нахуй WebMoney? Я через Kiwi оплачиваю. О, есть. Ask gift. Грустный палач прислал мне подарок Стелларис. Добавить в мою библиотеку. Закрыть окно. Теперь что еще нужно установить. Начнем устанавливать и... Запустим It's Boshi Time. Ну блин, у меня аж глаз начал дергаться, как я подумал, какой сейчас там левел. Стелларис. Установить. 4 гигабайта. Это будет быстро. Я не успею пройти один левел. Ты не успеваешь проходить. Что покупаем? Мой друг Егрев, спасибо за донейшн. Что покупаем? Уже купили. Покупали мы Стелларис. Я очень надеюсь, что игра хороша. Так, окей. It's Boshi Time. Мутаем музыку. Меняем. It's... А, там она называется I Wanna Be. I Wanna Be... I wanna be the guy, I wanna kill the guy, I wanna be the Boshi. Есть. Поменяли. Закрыть ему бота.
темных подземельях. А, блядь, Арсений забрал джойстик, сука. Ёб твою мать, как ты будешь играть? Заходи, в общем, Стелларис. Как я буду играть? Так этот, он качается. А, понял. Выбыл, прибыл. Понял. Ладно. Ой, блядь, мы наушники вылетели, я не слышу тебя. Ой, осмотри, секунду. Дурак, лоб. Идиот. Придется, блядь, брать. Ебать. А. Только сегодня, вы слышите, как... Ёбаный стыд. А. Че, я уже сбил? Ты тут? Не слышу. Лох! Придется... Алло? Алло, алло, нормально? Придется брать вот этот. DualShock 4. Надеюсь, он мне поможет. Есть. Он светиться начал. Так, поехали. Че там? Че там чат разрывает, не знаю, что-то случилось. Полетели кружки. Наверное, кружку уронил. Ну да, я что-то зацепил, когда этот. Так, есть босши. Слишком громко. Понял. Так, управление. Джойстик не инсталлирован. Джойстик 2. Кайф. Так, и музыку где-то вот настолько. Пойдет. Пойдет. Escape. Там просит меня громче. А, ты в боши все играешь? Ну я только начал. Понял, понял. Это надолго тогда. Не, в смысле, я пару игр. Блядь, этот ебучий левел. Это просто забей. Прощай, кружка. Злой донат. Теперь крестики налики. Ха-х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 а
Иудайоди, да он не поможет. Лалао Юдайд. Секунду. Меня слишком это, громко конечно, слышно? Хорошо, когда стримера слышно тебя? Лучше, чем все остальное, но ты, блядь, заебал. Хорошо. Сделай что-нибудь громче, а то нихуя кроме тебя и четверти Асмодея не слышно. Что там надо знать, я ничего не понял. Сейчас, я чуть-чуть тебе... Асмодея чуть громче. Плюс полтора сделаем. Во. Игру в описании поменяй. Я вроде это сделал. Так. Поехали. Так, прыжок, выстрел. Если бы я помнил, как здесь правильно выпрыгивать. И если бы у меня еще при этом не лагало, FPS почему-то средний 50. Или он таким и должен быть? Он, по идее, таким и должен быть. Damn it. Так, поехали. Оп! Блять, вот это было скиллово, кстати, только что. Туда-сюда. 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 Нет! А что ты говоришь туда-сюда? Что-что? Ничего-ничего. Убери мышку, умрёшь же. Налетит ко мне. Ладно, на самом деле игра Боши очень громкая. Это все потому, что, блядь, у меня сбилось все нахуй. Все мои настройки сбились, когда я сделал даб-трек по-другому. Ладно, поехали. А ты, смотри, до куда дошел? А я не помню. У меня
сбилось, сохранение точнее пропали, я Силушка. Силушка. Готово, парни. Так. А куда мне дальше? Может, ну... Ну, не вниз. Тучки плохо. Тучки плохо. А куда же мне надо? MLG. LMG. Чат спам луль каждый раз, когда теребанте умирает. Нет. Не надо. Слушайте, она, кстати, на этом джойстике тоже очень приятно играть. Куда дальше? Kings DDD. Audition. Внизу секрет, ебаку за агри. Ебака? Она отбивает пули. И она убивает меня. Окей. Окей, я понял, куда мне. Так. Окей. Нет! Блять, это сложно. Сейчас пойдем играть в Стелларис. Залечу в твое пространство, через чревоточину, и ассимилирую твою расу, КП. Чревоточина? Это правда? Я всегда думал, что называется червоточина. Блять, как это сделать? Это ж пиздец! Так, нужно... Падаем, прыгаем, прыгаем! Нееет! Нужно, короче, за нее. Я думаю, да. Думаю, это пойдет. Отлично. Так. Только она теперь, по-моему, злится. Немного, конечно, но. По-моему, она не очень довольна этим. Есть. Блять, что это было? Почему я прыгнул в этот момент, сука? О! Я чуть не сдох. MLG. О, блять. Ой, фу, какой тошнотворный уровень. Какой пиздец. У меня завис аж чат такого. А я хочу увидеть, как вы пишете MLG. О, это уровень тот, я до него доходил, да. А, блядь, у меня уже глаза болят. Так, пойдем от читерного. Сфотографируем. Нет. Нет! Блядь, вернись. На паузу. Сука. Просто. Подожди. Мне нужно сфотографировать уровень. Сфотографировал. Так. Загрузить? Нет. Сохранить на рабочий стол. Да, сохранить. Сохранен. Теперь открыть этот скриншот, блять, и поставить его вместо OBS и смотреть, как правильно прыгать. А? Какой чит? Так. Если я стою здесь, то мне нужно прыгнуть два раза легонько. Слабак. Здорово. 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 Что там? Поехал, короче, на патруль. Вообще кайф. Вертолет упал. Сразу репортеры там, комментарии. Ну, я говорю, это все катастрофа, блядь, для всего штата, блядь. Я, кстати, стримлю Боши. Я забыл тебе сказать. Спасибо. Вы что, в Stellaris там какой-то этот собираетесь? Ну да, я уже купил. Асмодей сегодня не бывал и щедрый, можешь у него гифт выпросить. Могу. Да, хочешь? Так, я уже стою здесь. Откуда, да? Нет, просто. Просто, я да, покупаю, хочу. Просто хочу, покупаю. Хочу. Так, как дальше? Иди, блядь, сука. Этот уровень, ну, уже, блядь. Окей.
Сейчас. Интересно, а можно настроить мою веб-камеру, чтобы она тоже каждые пару секунд делала флип? Сука, это будет забавно. Ну-ка. Мне почему-то... Мне пишут, что ты читеришь. В смысле? Товарищ, нет, не читерю. Штурвал выйдет погулять он, в другие он, части он. Сталкера. Другие части Сталкера? Пока нет. Пока нет. Очень, очень пишут, что Терёша читерит. Я типа сохранил скриншот, чтобы знать, куда типа этот... Экран слишком часто мигает, это пиздец. Бля, да ты что, не можешь запомнить? Блять, мне... пожалуйста, дайте мне пропрыгать, у меня глаза кровью обливаются. Бля, чувак, это еще такой, это такой слабый флип, пиздец, он такой простой. Там потом такие будут, ты охуеешь просто. Блять. Мистер Башист. Там полтора прыжка надо тебе сделать. Да я шарю. Включи автоповорот экрана, КП. Что-что? Запусти на планшете и включи автоповорот экрана. Я не понимаю. Полтора прыжка это типа чуть-чуть совсем? Скайп. Блять, я забыл про этот кулак. Я понял, спасибо. Ебать, этот кулак забавный. Так, ладно. Надо пропрыгать. Можешь объяснить, что ты имеешь в виду, когда говоришь... А, кулак это этот Man vs. Game. Относительно новый чел. Я видел его на Твиче. Так, есть. Сохраниться бы. Но нельзя. Так, полтора прыжка. Да, полтора. Это как? Это типа полный и полтора. Ну типа, не, если ты хочешь просто прыгать до сейва, то один прыжок тебе. Там вверху ебаная... Бля, чувак, ну прыгаешь вперед, вверх, бьешься головой, когда летишь вниз, перед самым маленьким, прыгаю прыжком, еще раз. Прыжочек и все. Понял. Надо попробовать. Ну, ты понимаешь, что здесь... Я считаю, вслепую играю, потому что я не могу реагировать. Потому что у меня кружится голова, блять. У меня хочет... Я хочу блевать. Я хочу блевануть. Ты успеваешь? Она же меняется каждые полсекунды. Чувак, это еще полная хуйня. Там не такой уровень потом будет, ты просто ебанешься. Это полная хуйня. Я тебе там сейв... Я сделал! Нееее! Я пропрыгал и слетел нахуй. Потому что... Фокусируйся только на одном. Этом. На одной картинке. Вторую просто не замечай, понял? Невозможно. Смотри просто на своего босса и все. У меня автоматически глаза переходят на него. Я не могу так делать. Да, блядь, это не хоть... Это... Блядь, я отвечаю, не могу. Секунду. У тебя ты видишь, что такой момент? Пятюнь у меня и шусу. Секунду. Такой, секунду. Все нормально, парни. Пятюня тебе и шусу от голодного эвока. Тебе тоже пятюню. Так, я не знаю, где там вебка. Из редкола, типич. Блять, вырви... Лопните мои глазоньки, сука. Рано или поздно я пропрыгаю эту хуйню. И я буду, сука, сам... счастливым. Блять, это похуже, чем трейсер стримы. Это ж пиздец. Трейсер стримы это просто для... Детский садик по сравнению с этой хуйней. Fun Interactive. Я слишком жму вперед, я понял. Бля, а что у тебя такая сложность с этой хуйней? Не знаю. Потому что она слишком быстро меняется, у меня автоматически... Да не быстро она меняется. У меня автоматически глаза переходят на... Блять, я еще не понимаю, почему я попадаю вечно... У меня автоматически города переходят на... Блять. Глаза переходят. Да. А, блять. Так, подождите, парни, новая порция. Ну сколько уже можно? Давай, хули там. Ну сейчас сделаю. Прыгаешь вверх, бьешься головой, когда летишь вниз, нажимаешь маленький прыжок и пролетаешь, все.
Прыгаешь вверх. Нажимаешь маленький прыжок. А ты бьешься головой. Ты до сих пор на геймпаде играешь? Ну да. Блять, ебал, там можно засейвиться перед прыжком, стреляя через шип в сейф. Можно через шипы стрелять в сейвы? Я не знал. Давайте попробуем. Засейвиться перед прыжком. О, можно! Сейвбокс. Кайфово на самом деле. Так, падаем вниз. Прыжок. Прыжок. Ноу. Так. Теперь я только не успеваю нажать второй прыжок. Так, бьешься головой. Слушай, ты давно уже на этом уровне? Минут пять. Я вот еще, он сидел. Пиздец. Это вообще такой проходняк. Ну я не могу, вот эти левела мне... Нахуй, закрой свои глаза и представь, как надо сделать это, если у тебя не получается. Вот ты сейчас. Бы, если бы оно не вращалось, ты бы перепрыгнул? Да. Ну вот когда сейчас. Увидишь, встань. Почувствуй, почувствуй это, знаешь там. Как шаолинский монах. Да хуйня, глаза закрывать не надо, это не, никогда ты так не пройдешь. Короче, есть небольшой трюк, блядь, чувак. Я его сейчас вижу, потому что я дохожу, это как-то на автомате, даже не обращаю внимания. Что, готов слушать совет? Ну. Смотри, видишь, от этой хуйни, когда она в нормальном положении, и слева снизу, и сверху, есть как будто вот пролет для Боши прям такой. То есть нужно между него пролететь до шипа, и потом по такой же дуге вылететь, как в форме галочки нужно пролететь. Ну, ну. Ну вот, посмотри, когда Боша будет в позиции, сделай это. Когда Боша будет в позиции, сделай это. Какой именно позиции? Ну, чтобы ты мог в галочку пролететь в эту. Как только ты в нее пролетишь, вниз по галочке, и двойным прыжком вылетишь вверх, все закончится. Я знаю. Я один раз уже пролетел, просто я упал вниз. Так. Так, раз, два. Этот шип большой, он, который сверху, он какой-то слишком здоровый. Так, это уже ближе. Так, пойду посмотрю, как я эту хуйню прошел. О, блядь, фу. Глаза. Бедные телезрители. Есть! Прошел? Да. Прошел, да? Да. Ну это же, блядь, не все еще. Йоу. Йоу, сексиест. Спасибо за донейшн. Так. Что дальше? Давайте опять вниз. Летишь, допустим, вниз. Ты прыгаешь... Нет, просто летишь вниз. Блять, а там шип. Просто летишь вниз. Так, я внизу. Теперь. Есть! Тихо. О, блять, глазоньки мои. Здесь нихуя нету? Скажите мне, что здесь нихуя нету. Блять, парни. Ну, я там, да, просидел. Минуты три. Где здесь? На этом уровне. Ой, там же сейчас будет, ну ладно. Паук? Паук уже был. Второй паук? Ладно, ладно. Сейв слева. Блять, нету сейва. Нету сейва. Блять, эта хуйня! Пошла вон! Нет! Вот и что с ней сделать-то? Ебаная хуйня. Круглая. Так. Фак. Так, пропрыгал. А, ну здесь, в принципе, несложно.
Сука. Сейв слева внизу? Где? Главное, у меня загрузил, ну, как бы дилей 15 секунд. У меня твое лицо смотрит куда-то в левую сторону экрана, и ты говоришь такой слева, сейв где-то слева внизу. Блять. Где здесь сейв? Здесь нет сейва. Как эту хуйню-то пропрыгать? Так, давайте. Let's... Нет, не получается. Как эту херню перепрыгнуть? Ее возможно просто на двойном прыжке? Или нужно как-то хитро выебнуться? Да нехуй делать, надо выебать. Вызывайте скорую. Сначала бежишь назад, ждешь эту хуйню. А, ну вообще нет, спустись просто вниз назад, чувак. Вниз спустись, она над тобой пробежит. Как это вниз? А, понял. Да, да. Fuck you. Так, блядь. Сука, перебежал немножко, ладно. Это несложно. Так, эта хуйня бежит. Гляньте, у тебя... Когда ты спрыгиваешь вниз, смотри, стой, не беги. Ты... Да все, я уже сделал это. Стой, там сейв слева есть. Где? Ну вот, на платформе, где ты переждал эту хуйню, если ты посмотришь слева и стрельнешь, ты... А, я смогу в него зацепить? Подожди, она не простреливается. А, если я перепрыгну назад, ты хотел сказать. Я понял тебя. То есть я могу сделать вот так. Да, типа того. Но это типа особо не имеет значения. Скоро у тебя будут повязки на двух глазах. Да, возможно. Я, в принципе, скачал Stellaris, смотрю, напугал моего ручного паучка Вайлфиш. Я вам буду вам помогать, чувак. Я не хотел. Я когда первый раз, кстати, играл, так. Мне вообще не понравилось. Блять, какая же эта хуйня громкая, пиздец. Паукан? Да. А я без стрима, я слушаю, я сейчас... Релакс, don't do it. Я бы тоже сейчас его, на самом деле, включил. Рот ебал паука. Блять, она такая громкая, что мне аж, сука, пиздец. Сейчас сделаем игру потише. Я даже знаю, когда он выпрыгнет, и все равно он мне, сука, так громко это делает. Я охуеваю, просто сижу. Нужно на двойном прыжке от него съебываться. Да, 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 да. Я видел, почти свалил, я не знаю, как он меня достал. А ты на одинарном от него? Двойной, двойной. Надо тут подпрыгивать на одинарном и двойным оттуда. От него нахуй, типа, понял? Одинарным ты его батишь, двойным вылетаешь. Да хуй ты, блядь, еще и успей это сделать. Да нехуй делать. Надо еще запомнить, где... Где там он вылезает. Расстояние, на самом деле, столько расстояния, блядь, чтобы заеводить эту хуйню. Там ты можешь, не знаю, вот представь, что ты не ходил в туалет по-малому там два дня, и вот такой вот напор. Вот так. Какой напор, такое у тебя и расстояние, чтобы заеводить. Сейчас я умру, но я хочу посмотреть, где именно тот пиксель, когда он вылетает. Понял. Где-то чуть дальше середины. Раз, два, третья хуйня. Может мне точку на мониторе поставить какую-то? Да как забей, просто двойным прыжком вылети и все. Подожди, блядь. Хотя ладно, похер. Знаешь, в чем разница между твоим прохождением Dark Souls 3? Да, чатик. Знаешь, в чем разница между твоим прохождением Bosch и моим прохождением Dark Souls 3? Ну? Я кайфовал. Нечестно, блядь. Нечестно, сука, ебаный паук. Давай, сука, вылезай. Почувствуй силу юной башисты. Да, блядь. Все ебучие пиксели, они ничто, они тебе повинуются. Ты можешь все, главное, верь в силу. Конечно. Да светит твой путь пресвятой семены, да пребудет с тобой всегда кефирчик. И да не убоишься ты пауков ебак окаянных. И да найдешь путь через шипы сраные. Есть! Сосать паук. Блять, он вниз еще! Какого хуя? Ты думал, он уползет и все? Я ему уже факу тыкал, блять. Красиво. Камбэкнул, сука. Да выебывался. Да выебывался. Ебать. Я такой, сосать, ебаный паук. Бегу дальше, он такой, эээ!
Гнида, блять. А теперь действительно сосать. Есть! Можно возвращать звук на нормальный уровень. Фух, MLG. Так, что тут делать? Вниз, наверное, да? Вниз. Ага. Бля! Шипы, сука! What the hell? Так. Так. Одинарный. Нет! А, я был так близок. Это не сложный уровень. Тут главное считать свои прыжки. Да, блядь. Главное считать свои прыжки, сказал Терентий. И ёбнулся. Так, одинарный. Теперь... Скоро? Ну что там? Господи. Что там? Ну я давно уже скачал. Сейчас я вот этот пройду до сейва и пойдем. Да? Нет, давай до босса уже, там до босса хуйня просто. А я-то, кстати, проходил все. Не, вот это то, что он проходил. А до куда ты дошел, босс? Ну я дальше дошел. Ну до какого босса? Да я не знаю. Ну скажи докуда, и я тебе сейв дам, сможешь продолжать. Типа, я ну... Когда я его увижу, скажу. Блять, я не успеваю нажать второй раз почему-то. Или оно не нажимается. Так, есть. Бля, почему Солдрин не может еще другую игру в стиме за деньги? Я представляю, сколько он ее делал, и я тестчевал. Это ж свой, да. Свой скилл нужно вложить в игру. Да, это пиздец. Он ни копейки из этого не взял. Красава. Просто я охуеваю. Респект. Респект получен. Выпустит что-то в Steam в таком же духе за деньги, за 5 баксов. Куплю еще и напишу ему очень. Мне говорят, какой-то Рю. Что за Рю? Рю? Ну это все Street Fighter сейчас будет у Теренти. Есть. Есть, есть. Есть, есть, есть. Трех боссов есть. Фух, есть. Два босса, на которых люди забивают. Прям. Вот Мегамен и Соник? Нет. А кто, Марио? Тогда три. Марио? Ты имел в виду Марио? Да, Марио это самый изовый из них. Потом Соник идет, потом Мегамен. Самое забавное с Соником, что помню, когда на тот релиз я с Димой играл, ну, экзорцистом в мультиплеере. Он как раз на Сонике запоролся и так и не смог его пройти. Я там пока с ним сидел, наверное, просто каждый третий раз его проходил на изи. Именно на изи моде, с автоматическим режимом огня. Почему у меня не прыгает, блядь? Что за дерьмо? А, он бьется головой. Блядь, а вот сейчас что это было? На Эвериджи, конечно, уже потнее было, но все еще отпиздил. Я, кстати, когда первый раз проходил босса на Мегамене, чуть не сдался. И это был ты, блядь. Я просто такой, типа, нахуй. Все. Я не могу. Серии перестали выходить это дня на 4, на 5. Даже был момент, когда я все решил для себя. Я сказал, да что ж такое? Это того не стоит. Я не могу эту хуйню сделать. What the fuck? Есть. Нет! Сука, ДЦП. Не та кнопка. Так, и... Да, блядь, у меня-то нормально запрыгнул и загрузился на какой-то. Да, да, не та кнопка, потому что. Пиздец, красава. Есть. Есть. Ах, там, блядь, шип был. Сделаешь, Теренти, смайлик, ЧСВ? Блин,
принципе, можно. MLG и CSV. Нужно только подумать, чтобы... Чтобы поменять. Ебать, это хуйня. ДЦП обязательно надо оставить. Ну, ДЦП, да. Что за дерьмо? This fucking game. Оп, оп, оп! Глупости. Ай, блядь, какие собаки. Посмотри, что удумали. Есть! Это еще не босс. Так что... Блять, на самом деле я сегодня дохуя прошел босса. Вроде три можно менять, по-моему. Какие три можно менять? А, я там закинул 35. Ладно. Босса. It was fun. В смысле, там до босса хуйня осталась, давай. Так Stellaris же. Так, блять, да покажи нахуй, как ты у босса с первого раза. До босса. Ты в скайп закинул? Да, блять. Или в тимскин? В чате. А. А, так, какие? ДЦП там я не вижу. Центральный еще можно оставить, а вот два этих. Ты чё? ТР-полис классный. Ну, это центральный. Полис нормальный. И последний, да, последний можно менять. И первый тоже, честного толку-то. Ну, не знаю, он классный. Я могу, да типа, своё лицо. У тебя слишком много. Вот, это классно, вот это вот. Искусство, слово. Навык, умение, победы, ошибки, работа, стремление, терпение, стремление, поиск. Кстати, я помню, поэзия, я сделал мимасик. Музыка, это не прикол уже. Все серьезно. Чувствуешь? Рэп, скрэч, ритм, рифма, мудрость, молодость, талант, скинул. Легалайз здесь, Москва в 21 веке. Репрезент России на славянском треке. Нихуя себе рэп. Спасибо, Поур. Дэмит. Так, здесь один прыжок. Здесь два. Да, я не слышал, донейшн был громкий. Что там? Ты помнишь, я делал мемасик, там, где Радуга скинул фотку горящего окна, а там ты рядом такой, типа, о, охуеть. Да-да-да. Ты, блядь, походу канул в это, ну все, в бездну он канул. Да ну... Регайся у Димки, будем с тобой в подруге милиционерами. Да надо бы. Ну типа я там зареган, мне нужно только админам дать, как обычно, ну вот этот, фигню, 64. Вайтлист. Ну типа того. Да что ж такое? Один, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Я подумал... А чё дальше-то? В игре еще не хватало ездить патруль. Блять, а дальше, наверное, сюда? Да, сюда. А дальше? Еще правее. Сейчас какая-то хуйня произойдет. Я вот чувствую, блять. Какая-то сейчас поебота. Я шут не знал про игру с уверенностями. Про Wings of V я знаю. Мне эта игра не доставляет. Я хочу Wings of V. О, я в варп-зоне. Что мне делать? Не надо, зачем ты зашел мне? И что? Ты засейвился до этого? Ну да. Ну все, загружайся. Хорошо. А сверху можно с варп-зоны прыгать? Интересно. Блять, она фервозит. Ready? Ready for what? Left. А, left, left. Понял. Неправильно, ебаные волки. Wrong. Да. Ты можешь, чтобы не прыгать, там сейф сделать. Я вижу. Да это не сложный прыжок. Покажи сиськи. Плес, твердый знак, твердый знак. Он сам тебе скажет, когда повторять. Ready? Он скажет, now you. Типа, left. 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 Right. Left. Down.
Left down. Right. Down. Attack. Left. Down. Attack. Left. Правильно. Это долго будет, блядь? Влево. Прыжок. Атака. Влево. Прыжок. Атака. Правильно. Атака. Влево. Вниз. Влево. Атака. Влево. Вниз. Влево. Красава ты. Йоу-йоу, с вами. Все уже, конец? Давайте почти. Все скажем, стандалью не соси. Пока ты не больше, ты просто атака. Сморчок. Атака. Вот и пей свой яблочный сачок. Право, мать атака, себе атака, в атака, сразу влево. Пройдешь. Или, быть может, ты в Стелларису съедешь. Без больше не сморч, без больше не съедешь. Не мешай, Мек. Без больше твой анус гнилая могила. Сморч раунд, сморч. Влево, атака вниз. Донейшн, кстати, так меня мешает, пиздец. Сейчас? Да. Пройдет. Лево. Право. Атака. Ему стрелять в рот. Право. Лево. Право. Атака. Право. Право. В рот ему накидывает. Влево. Вправо. Прыжок. Право. Вниз. Атака. Влево. Право. Прыжок. Атака. Блять, пизда мне. Право. Пизда. В смысле, когда повторяю, стреляй мне? Когда ты делаешь то, что он хочет, он ебало раскрывает. Накидывай в ебало. А я думаю, типа, просто сидишь, повторяешь. Стрелять. А много ему так навешивать? Ну, так, рейтинг. Прыжок. Прыжок. А, его нужно столкнуть, я понял. Вправо. Вниз. Вправо. Вниз. Прыжок. Вниз. Вниз. Прыжок. Вниз. Вниз. Влево. Прыжок. Атака. Влево. Прыжок. Атака. Влево. Прыжок. Право. Вниз. Влево. Прыжок. Право. Вниз. Край платформы удобно стрелять, если что. Да. Вниз. Атака. Прыжок. Прыжок. Вниз. Атака. Прыжок. Прыжок. Блять, атака. Влево. Атака. Атака. Влево. Атака. Влево. Атака. Атака. Влево. Умри, сука! О, на кол сесть. Ой, что за нахуй? Пошел вон. О, no. Success. Success. Что дальше? Мне страшно иди. Прыгать. Иди, не переживай. СПУ, блять. Нету пука. О, кайф. Fuck you! Это был босс? Fuck you! Нет, конечно. Сейчас босс? Скоро будет. Блять, страшно ты так... А, вот он! So, we meet. Что ты здесь делаешь? Мне нужно практиковать свой хадукин. Какая кнопка сразу скипает? Вниз.
Блять. Должна быть кнопка на джойстике, чтобы скипать это дерьмо, но я не знаю какая. Вниз. На джойстике. Вниз. Не работает. Жаль. S на клавиатуре. Хадукин. Кнопка S на клавиатуре. Неудобно, пиздец. Ебать, это сложно. Так, ладно. Я, по-моему, Хадукина проходил. По-моему, или проходил? Там что-то кнопка... другое было пострашнее. Я... Что-то другое пострашнее. Я не уверен. Это надолго. Не, ребят, я... Не так неудобно. Чтобы скипнуть, нужно нажать на клавиатуре. Лучше спрошу тех, кто смотрел. Блять, не та кнопка, сука. Сука. Ты стрелять в него будешь или нет? Ну, надо бы. Да в жопу больше Ghost Ларис. Да, пошли. Не, мне сказали, не прошел. Я просто помню вот эти прыжки, всякое говно. Там какой-то... Что-то помню, где там прыгать надо было, когда на что-то там таком духе. Да, я нашел вас, дополнение. Спасибо большое за туда. Ебатинка туда-сюда. Нужно играть, создать учетную запись или можно просто играть и все? Можно просто играть. Отлично. Торговля есть? Есть. Кредиты, наверное, минералы. Отлично. Аж не туда зашел. Такой шутки. Блять, ну заебал туда-сюда бегать. Леш, переходи на клаву, пока не поздно. Нормально все на джойстике. Ребят, то что... О! Да блядь. Ладно, последний раз. Быстро, значит. Ладно. Последний, так последний. Fuck you, game. I wanna be the boss-y. Так, чуть-чуть. Блин, мне микшер. Ох, я столько буду потом микшер настраивать, пиздец. Ладненько. Go, Stellaris. На второе прохождение прошел этого Хадукина с первого раза. Я как будто 300 оргазмов словил. Со второго. А, с первого, нихуя себе. Нихуя себе. Это сильно. Так, Stellaris. Fuck you. Я захожу. О, еще установочка фреймворков. Сейчас я смотрю, я зайду. Я так приглашение отправил, примите. Не то нажал, лол, поторопился. Да, моя племянница прошла Боши за... О, русский выбирать или английский? Думаю, русский. Русский, конечно. Я могу выбрать, где появляюсь? Или что это такое? При приглашении. Так. Я принял, я уже на карте галактической. Как? Назад входи, я случайно нажал. Режим экрана. Окно без рамки. Окей, я нажал еще. Разрешение на рабочем столе. Там пока раз выбери себе. Нет связи с сервером. Выход. Понял, понял. Еще раз. Выйди в меню. Давай, выкидывай. Отправлено. Готово. О, вроде здесь. Музыка здесь хороша? Или лучше включить какой-то даб-трек? Она повторяется.
Она повторяется. Ладно, тогда будем слушать даб-трек. Раз огибких нет. Раз, я пока выбери себе. Я понял. Свое. Я уже делаю. Настройки, звук, общая громкость, тише. Для вас советую технологию перехода, потом варп-прыжок. Варп-прыжок. На первый раз. В принципе, могу сейчас помочь с созданием, если надо. Да, забей, разберемся. Новая игра? Или когда? Сетевая игра? Прими просто приглашение. Сейчас. Ой, блядь, как громко-то. Steam. Сраный микшер громкости. Так, давайте-ка я сразу сделаю тише. Настроим все, как и должно быть. Это у людей проблемы. А я рептилоид, блядь. Да. Музыку Интерстеллара. О, портретик есть. Вот так нормально вроде должно быть. Да, у меня бабушка в Бошу лучше играет с Марч. Бабушка башист. Уровень. Прям... Не, все-таки человек мой вариант. Автосохранение каждые полгода. Че там, следующий автосейв в ноябре? Видишь, а в расе в названии говорит, как раз и называется? Сейчас посмотрю. Обучение полное. Название. Просто название, да. Пишешь типа как будет называться. Я понял. Это там для всяких диалогов. Так, мне советуют взять рептилоида. Выберите империю. Мне советуют взять рептилоида. Объединенные нации Земли. Ты можешь свою создать. А в чем типа. Там все выбираешь абсолютно, что будет у него за оружие, в чем его будут особенности. Признаки. Осталось очков для признаков. 4. Рептилоиды есть. Аграрии. Это, видимо, фермеры какие-то. Короче, там самое классное, это, по-моему, экономные умные. Ставишь какую-нибудь ерунду себе, там, типа, не отвратительные, то есть при общении с другими империями у тебя будет минус, потому что ты им не нравишься. И, ну, еще какой-нибудь... Создать новую. Поехали. Так, представитель... Технологии. Подожди. Стоп, назад. Назад, блядь. Сука, назад. А, вот, портрет. Поехали. Портрет. Значит так. Какие-то все стрёмные. Это млекопитающие. Есть, блядь, назад. Портрет. Рептилоиды. Можно быть рыбами. Пернатые. Циклопы. Слишком громко даб-трек. Слишком громко даб-трек. Вот так нормально должно быть. Покажи. Членостоногие. Вот, это прикольная тема. Быть жуком. Членостоногий Терентий. Вот, этот прикольный, кстати. Они все какие-то стрёмные, можно быть Ктулху. Ктулху. Или грибом. Блять, гриб. Так, ладно. Я думаю, это не очень важно, поэтому возьмем то, что мне понравилось. Вот это пойдет. Далее. Название. Название. Ты только во второй пункт перешел, ё-моё. Ладно, я отойду, отойду пока. Какое название? Чат, какое название? Пираты? Не, жуки. Жуки. Я все, наверное. Жук-паук. Множественное число. Жу. Сохрани эту. Жуки-пауки. Да. Прилагательное? Ну. Жук-паук. Можешь нажать там это, оно само напишет прилагательное. Демократия, представительство, абсолютная монархия. Приставка для корабля. Либералы ебучие. Катушек. Плутократия. Раз в 50 лет.
Минералы больше ценного строительства, добыча минералов рабами, производство пищи рабами. Признаки. Ну, каждые 5 лет лидеры из... Это полная хуйня. Монархия, блядь. Так. Автократия. Что для себя? Красиво ж. Скажите, Рентий. Декадентные. Единственный труд, признаваемый этой расой, труд рабов или слуг. Нормально. Кайф. Это внутри кайф. Можно выбрать милитаризм, блядь. Видимо, ярят по-жесткому. Ксенофобы. Умелые физики. С чем тебе, чтобы выбрать? Пацифисты, ксенофилы. Приспособленность плюс 10. А что такое ксенофилия, братаны? Подскажите, пожалуйста. Ксенофилия? Я не силен вот в этом понятии. Да. В общем, они ко всему новому более открыты. Понял. То есть ксенофил — это человек, который легко принимает всевозможные новинки. Даже описание, кстати, вот снизу есть. Народа? Гибкие. Крайне гибкие, блядь, есть гибкие, реально крайне гибкие, сука. Гибкие, гибкие нет? Да, нет, мы не гибкие. Не гибкие, нет. Не гибкие, можно выбрать. Приспособленность минус 10%. Плодовитые. Не плодовитые. Очень сильные. Сильные. Слабые. Отвратительные. Ксенофилия — это когда с собаками. Счастье других рас минус один. Вот это мы возьмем. Меня поебать на другие расы. Декадентные. Эффективность без рабов минус 10. Ну это тупо. Обаятельные. Счастье других рас плюс сколько? Плюс один. Мало. Умные. О-о-о. Как насчет быть натуре, умным? Я монарх, который поддерживает спиритуализм. И говорю всем, что я прислан богом, блядь. И все мне верят. Заебись. Вот это комба. Умелые социологи. Да давайте я буду расщеплять атомы пиздата. И... сильным, что ли? Минералы, да. Сильный. Общинники. И... дня. Активность без рабов. Выносливая. Вот. Кайф. Пойдет. Дальше. Выберите пол. Мужской. Название. Рандом. Южу. Де Жуке. Жуке. Сильный, выносливый. И еще и умный в физике. О, можно еще цвет выбрать. Ксенофобы милитаристы. Зеленый, найс. Наш выбор. Ксенофобы милитаристы. Ксенофобы милитаристы. Так. Континентальный мир. А! Правитель Найс. Дальше. Название родного мира. Мультикс. Ну, пусть будет мультикс. Название звезды. Не Лпал был, но давайте не Пал, наоборот. Не Пал. Стартовая звездная система случайно. Солнечная система, система Динеп. Оружие. Континентальный мир. Предопределенный. Приспособленность тропический, бла-бла-бла. Оружию советую кинетику или энергетику. А какой мир взять? Арктический? А что, ракетное говно? А ракеты потом на них можно перехватчики поставить. На... Там, короче, можно грейдить свои суда. То есть ты типа можешь там вешать разное скорее оружие и так далее. И потом ПВО ставишь просто, и большинство урона сбивается. Я рискну. Слышишь? Давай. А смотри. Да. Какой лучший мир выбирать?
А у меня сухие, как бы лучше, чтобы не повторялись у нас. Это от тебя зависит. Там будет все, всех как в особенностей планеты. Я понял. Вот. То есть ты типа на которых планеты будешь... Ты можешь завести там желтый значок справа, и написано остальные планеты, как ты к ним приспособлен. Ну, и потом да, у тебя будет технология на открытие других приспособлений. Ну, типа, может, другие планеты заселять другого понял, типа. Понял. Ладно. Все по ходу объясню. Я вроде как ready. Готово. Неиспользованные очки. У вас есть неиспользованные очки признаков. Какие у меня неиспользованные очки? Правительские принципы. Милитаризм. Зайти в признаки, еще что-нибудь выбери. Точняк, а у меня уже есть два. Еще третий, может? Я два по... Ну, два по два взял. И два минус один. Ранкерзи. Так, индивидуализм, модификатор поселения, энергокредиты. А где мне взять эти? У меня очки принципов вроде как. А, все, понял. Некоторые штуки требуют больше, чем один, да? Каждый правитель может построить, да, крупную военную станцию. Ты можешь как минус один какой-нибудь взять, и потом за два взять. Ну все, я выбрал. Абсолютная монархия. Пока что выглядит слишком сложным. Абсолютная монархия. Да, вначале она сложная. Слушай, я забыл расу свою сохранить. Милитаризм. Да. В натуре я просто нажал готово вместо сохранить. Кайф. Ну, попробуй оставить, по-моему, должна, наверное, остаться. Да я могу, я сейчас быстро все сделаю, не переживай. Да. Пиздец, я отмочил. Но я просто не думал, что если я нажму сохранить... Я тоже так, по-моему, это... Начали. Это долбоебизм, если честно. Вот так, это да. Ладно. Так, милитаризм... Терентий, хоть ты сохрани потом. Ксенофобия, нахуй. Это я сделаю, да. Можно название подумать. Чего? Парней погромче, так я их и так слышу хорошо. Могу еще чуть-чуть. Множественное число, сука. Человеки. Прилагательное. Фанат ксенофобии. Терпимость к порабощению чужаков. Плюс 100. Терпимость к рабству минус. Это фигня. Исследование завершено. Счастье, фигня. Счастье от войны, заебись. Вот это мое. Счастье от войны, это то, что мне нравится. Так, я могу взять типа один или три зеленых, или один из круга красного и один зеленый, да? Терпимость к рабству можно взять. Я буду завоевывать новых рабов и буду, блять, их рабами делать. Бокс. Военная диктатура, военная хунта. Это тип правления, милитаристская форма. Когда власти принадлежит совету высокопоставленных офицеров. Стоимость корабля минус 10, стоимость улучшения корабля минус 25. Вместимость флотилии плюс 20, обслуживание корабля. Военная диктатура, заебись. Название империи. Боевые... Боевые... Осьминоги? Е. Я чё-то туплю. Секунду. Гачи-мучи. Боевые... Жуки, блять, пауки. Пауки. Прилагательное. Можно оставить пустым? Ладно, похуй. Нажать просто галочку там, по идее. Так нет такого. А, ну тогда, как выше. Похер. Далее. Выберите форму управления. А, я не нажал монархию. Так, сохранить. Проект, избранный богом, сохранен. Мы готовы. Жмите галочку справа, снизу готов. Че, Терентий вроде не готов. Ошибся в названии. Сохранил, Терентий? Пауки, подожди. Не забудь сохранить, Терентий, перед тем, как нажать готово. А, блядь. А то охуеешь потом. Я пойду возьму что-нибудь снизу. О, да, неправильно. В натуре.
Так, значок. Конечно же, Иллюминати. Треугольник вот этот. Так, и треугольник здесь. Синий. Красный, нет. Синий, зеленый. Пиратские есть. Они хуёвые какие-то. Я готов. О, оружие. Начальный тип оружия. Ракета кинетическая или энергетическая? Это оружие поражает цели с помощью фиксированных пучков энергии. Она игнорирует большую часть брони противника и эффективна на короткой и средней дистанции. Два размера галактики побольше. Уверен? Мы тогда не скоро друга встретим. Ну ладно, оставляем маленькую. Но система ПВО может сбить. Ботов сколько оставить? Я возьму кинетическое. Можно как бы поставить близко, мы очень близко появимся, но это такое себе. Так что, варп-прыжок лучше? Ну, для начала, да. Это же не пошаговое, но в реальном времени, а да? В чем прикол? Да. В чем разница этих технологий? Да. Гиперпространство по маршруту туннеля идет, то есть там генерируется карта, и ты можешь прыгать по определенной карте. Варп-прыжок в зависимости от варп-двигателя, ты его потом будешь грейдить и прыгать на более дальней дистанции. А червоточина, это, короче, строится станция, и ты с этой станции убываешь на дистанции и на нее прибываешь с тех точек. Но в перспективе червоточина самая лучшая, наверное, технология. Потому что потом, когда развиваешься, она очень далеко прыгает. Ну да, но это сложно. Ну а там, да, сложновато. Внешний вид корабля. Пернатые. Далее. Готово. Сохранить. Петушок, давай быстрее. Боевые жуки сохранен, блять. У вас уже есть сохраненный проект под названием Боевые жуки. Заебись. Готов же без провести. Ничего себе, ты выбрал, что это такое. Я жму. О, а вы две бабы. Фи. Не оригинально. Готовы все? Ну да. Короче, советую вам, когда там почитаете, справа обучение. Скажите, как это, я пока на паузе стоит. Я понял. Слишком громко, подожди. Громкость голоса советника тише. Применить. Добро пожаловать, бла-бла-бла. Вы в любое время можете поменять уровень обучения. Расскажи мне обо всем. Отличный выбор, я буду помогать вам в любой ситуации. Приди к сведению. Строительство Межзвездной Империи – непростая задача. Чтобы ее облегчить, я буду делать вам обучающие задания, которые станут вашими первыми шагами по пути, понял? Ваше первое задание – полностью изучить нашу родную систему. Я добавил запись вам в журнал, чтобы... бла-бла-бла... журнал или нажмите F5. Передвинь вебку, пожалуйста. А, точно, вы же не можете читать. Сейчас, парни. Давайте. Самый кайф это F4, по-моему, да. Так, изучить родную систему. Пока так. На паузе еще, все еще. Мы должны как следует изучить родную систему. Для этого выберите ваш научный корабль, щелкнув по нему, или отыскав его в планировщике. Блять, где мой научный корабль? Наверное, вот этот. А, он обозначен там, сейчас скажу как. Справа как типа как технология. Либо есть, короче, справа в планировщике, да. Там есть... Ну, он так и называется, научный корабль, господи. Космопорт? Справа строка. Это космопорт. Строительный корабль. А вот этот? Нет. Научный, нашел. Справа, в мониторе справа, там под обучением, наверное, оно сейчас, закрывает сейчас, тебя. Сейчас. Закладка космопорт позволяет просматривать флотилии на орбите, строить корабли и улучшать сам космопорт. Можете его построить, понял. Щелкните по пустой ячейке для модуля, чтобы увидеть список. Больше не показывать. Ой, блядь, нахуя я это нажал? Ну ладно.
Это наш научный корабль. Он занимается изучением астрономических объектов, чтобы узнать, какие ресурсы есть на планете. Чтобы корабль начал работу, щелкните правой кнопкой на неизученном небесное тело, выберите изучить систему. Понял. Понял. Так. Какую мы планету будем исследовать? Всю систему можно. Сразу нажимаешь исследовать всю систему. Где? Научный корабль. Нажимаешь, допустим, на свое солнце правой кнопкой, когда выбрал научный, там есть изучить систему. Либо нажимаешь... Снизу. А, он типа автоматически построил, чтобы по очереди все системы. Понял. Либо нажимаешь карту M, или снизу такая есть кнопка, как карта. Вот. И соседние системы через Shift, после того, как свою изучил, нажимаешь Shift, тоже правой кнопкой изучить систему, и он будет, как только он изучит, он полетит в следующую. Понял. Не скажет, как в этом? Он мутнулся, наверное. Ему нужно. Да, он мутнулся. Я слушаю, все нормально. Я понял. Готов уже. Я готов. Смотрите, еще самое важное, технология F5, по-моему. Или что там? F5 это журнал. Уже все изучается. F6. Советую первым колониальный корабль в обществе изучать. Потом хрен выпадет. Да, вторая там вот где общество, вторая ерундень. Там лучше колониальный корабль выбрать первым. А в физике, если есть темп исследований. Если нет, то не повезло. Чего? Короче, общество, видишь, там есть... Да, не, я понял. Общество. А в физике что? Темп исследований. Есть такая технология у тебя? Темп изучения плюс 15%. Нет, это не то. Нет? Блять, я его уже выбрал. Да можешь его отменить. Пока... Как? Как? Ну просто там изменить исследования есть такие. А, есть. Стрелки. Вижу. Там просто у каждого рандомные технологии выпадают, вот. Если у тебя там ерунда всякая, смотри сам, что там дается. Гравитационные сенсоры, темп изучения плюс 15, открывает компонент гравитационные сенсоры. Или орбитальное преобразование энергии, открывает модуль сеть солнечных панелей. Или вот, можешь это тогда изучить. Квантовая теория, открывает сражение физической лаборатории 1. Короче, вот... либо лабораторию, либо солнечные панели. Мы ядерные электростанции поставим. Все, я зажал. Пошла игра. Что? Пока медленная. Да куда ты? Блять, я еще не выбрал технологии. Открывает компонент Спиротрон. Вместимость хранения минералов. Инженерная лаборатория. Добывающее предприятие. Спиротрон, я думаю, мне нужны. Поехали. Так, исследование пошло. Чтобы преодолеть обширные расстояния между звездными системами, наши ученые разработали варп-двигатели. Хотя корабли могут осуществить варп-прыжок в любую систему в пределах досягаемости, варп-двигатели могут быть включены только за пределами гравитационного кольца звезды. Кроме того, кораблям, выполняющим варп-движок, требуется время для повторной активации системы. И продолжаем, бла-бла-бла. Жук Людмила Казакова. Кек. Расплавленный мир. Находится в пространстве империи. Боевые жуки-пауки. Так, а что у меня еще есть? Моя родная планета. Моя космическая станция. Мой флот. Флот из трех кораблей, да. Да. И еще у меня есть строительный корабль. Строительный после того, как научный исследует, там всякие бывают, появляются минералы, другая ерунда. И вот добывающим кораблем можно строить там всякие... Строительная, да. Аномалия. Во время обзорных исследований нашей родной системы мы обнаружили, блядь, встреча в звездной системе Мегар. Мы обнаружили чужие космические корабли в звездной системе Медгар. Эти загадочные объекты были помечены как Альфа Элиенс. Тут родился какой-то пиздюк, который сменит меня после моей смерти. Как мне его убить? Резать горло? Как вариант. Действую. Прошло не так много времени, и вот боевые жуки-пауки находят разумную форму инопланетной жизни. Жуки-пауки. Аномалия. Изучает планету. Во время обзорных исследований нашей родной системы мы обнаружили на планете Нью-Реанок нечто, что не совпало с данными, полученными при предыдущем сканировании. Исследовать? Да.
Пусть исследует, блядь. Юрианок. Что за хуйня на плаге? Come on, guys. Play something good. Строительные корабли. Это наш строительный корабль, с помощью которого мы возродим космические... Мы возводим. Космические станции. Изучив астрономический объект, например, планету, мы можем приказать кораблю построить научную станцию или добывающую станцию. Угу. Понял. Сочиненных... Технологии, важный шаг по пути к успеху. Блять, слишком громко, даб-трек. Тише. В самом начале следует освоить одну важную технологию. Протокол освоения новых миров. Она откроет нам доступ к колониальным кораблям. Понял. Мы обнаружили аномалию. Исследуя миры, наши научные корабли будут время от времени находить разные... Что это за хуйня? Это аномалии. Ну, он находит аномалию, если он удачно ее исследует, то, короче, тебе там что-то открывается, типа там, допустим, наука, еще что-то. Ну, можно строить там что-то или какой-то квест. Если неудачно, то он говорит, а, показалось, или что-то типа того. В общем, тоже там интересно. Аномалия, которую мы нашли на планете, открыла нечто невероятное. Планета окутана следом. Без сомнения, оставленным световым двигателем. Мы не сможем проследить его до исходной точки, поскольку след очень старый. Мы должны продолжать изучение таких аномалий везде, где это возможно. За нами наблюдали, но зачем? Вау. Неизвестно. Боргадон. Что? Внимательные наблюдатели уже наверняка заметили, что поверхность обитаемых планет состоит из квадратов. Эти квадраты могут генерировать ресурсы, но для этого нам понадобятся наземные сооружения. Понял. Добывающая станция. Ресурсы нашего родного мира дали нам возможность далеких путешествий, так что нам... И теперь нам повезло, наш научный корабль отыскал залежи ресурсов на другой планете. Настало время создать строительный корабль, чтобы возвести добывающую станцию. Все уже есть строительный, что? Я понял. Первый контакт. Блять, он столько говорит. А где он нашел? Ну это эти боты, да. Кстати, вот он что плохо разговаривает много. Можно его потише сделать, чтобы он не болтал. Так, я уже его сделал минимально. Так, ну вот здесь есть какие-то энергокредиты. Посмотри, мне тут зарядили, короче, что это поселение надо, чтобы функционировал научный блок. Где захуярить поселение, мне подскажешь? А, нажимаешь на планету, там поверхность. Строй, сука. Какая поверхность? А, вижу, да, есть. Ага, там научные блоки. Не, там тут... Ну, там, допустим, на квасоводную клетку есть занятые, где построена какая-то херня у них на фоне, а есть пустые. Где-либо, где, ну, допустим, человек, и на фоне ничего нет. Это значит, что там ничего не построено, и, ну, можно что-то влепить. Мне в чате пишут, что... Кстати, тут можно наблюдать за неразвитыми расами и похищать их. Они могут даже XCOM создать. Можно их, типа, эксперимент на ними ставить, там, их в космический век, там, еще что-то. Так, внимание, вопрос. Кайф. А как построить-то, ебать, поселение? Смотри, нажимаешь, там, допустим, человечек, да, и на фоне ничего нет. Нажимаешь на человечка левое, построить, там появляется. Да, нажал построить. Если написана какая-то ерунда снизу под человечком, это какой-то бонус этой клетки. Желательно так строить то, что, ну, там указано. Я понял. Клетки, типа там гигантские трущобы, другое говно. Ну то тут есть только электростанция, добывающие предприятия, ферма, бункер, а мне нужно чисто поселение. Как заиметь поселение? Приручение Войда. Нихуя. Я могу это колфоработить, блядь. Поселение? Ну, по идее, это и есть поселение. Поработить, если поселение, это значит поселение. А ты хочешь их поработить? Нет, мне написано, что мне не хватает поселения, чтобы обрабатывать мою научную клетку. Производственный сбой, типа. Для работы этого сражения необходимо развитое поселение. А, потому что там нет человека. Там, типа, он еще, ну, либо туда заселил. Я уловил, левой кнопкой перетягивать надо и все. Да, либо перетягивать, либо когда он там появится. То есть они там, всё, типа, я уже перетянул, красиво, понял. Так, следующая планета, система, которую я буду исследовать, это будет Медгар, потому что я там нашел каких-то этих... Сука, а ну-ка стой, где ты?
изучить систему. В перспективе потом более важнее будут энергокредиты, чем минералы, чуть что. То, что потом флот, когда будешь строить, он будет много жрать, и все какая-то ерунда, типа вот этих станций. Угу. Изученные миры часто обладают уникальными свойствами, которые делают их интересными для ученых. Научная станция собирает такие физические, социологические или инженерные ресурсы. Понял. Завершено строительство добывающей станции. А кто где появился? Я на северо-востоке. А как посмотреть? От центра галактики. А как посмотреть? М, наверное. М. Северо-востоке от центра? Я ровно на юге. Я мид. В миде. Теперь нам точно известно, что процветающая биосфера не является чем-то уникальным, чем обладает исключительно мультикс. Публика и научное сообщество жаждут узнать как можно больше о разнообразных видах живых существ в галактике. Похвальная инициатива. Я тупо на юге. А что является деньгами, смотри? Деньгами являются сверху минералы и энергокредиты. Все. Остальное там вот эти плюс 5, плюс 5, это биткоин, наука. Биткоин, то есть не в ходу. Так, построить научную станцию. Ты про влияние или про что? А не, ничего, забей. Коины. Забей, все нормально. Я могу еще ускорить, что? Да, нормально, играем. Спокойно пока. Так, я поехал разведывать соседнюю систему. Чем, военной властью своей? Нет, кораблем пока. Научным кораблем. Да. Можешь в соседней системе прыгать, не обязательно в той находиться. Так, дальше у меня еще научный корабль. А как вернуться к своей системе? Я не очень понимаю. Что еще твой... Еще раз? По одному. На F2 нажми. Не вернулся? Нет. А что ты хочешь, чтобы он сделал? Ну, вернуться на свой мир. Справа у тебя есть планировщик? Справа? Справа такая, как... Не знаю, О нажми. О английская. Перейти. А, вот родная система есть. Можешь правой кнопкой нажать, оно сразу туда к нему перемещается. Епа. Мать ваша классика, ребята. Классная песня, кстати. Угу. Даже на дабе сидишь? Нет, я слушаю музыку в этой игре. А-а-а. Она тоже классная. Ну, потом, правда, повторяться начинает. Чё, кстати, у тебя там с этим Стушина не срослась? В смысле, а что должно было Стушина быть? Ну, тебя быстро убили или что? А я сегодня не ходил. Да я на СГ не хожу, на этой ротации мне лень. Понял. Вау, красиво строит. Четыре. Социологические исследования. Понял. Медгар. Энергокредиты. Еще энергокредиты. Нам, пожалуй, пригодится второй научный корабль. Это удвоит скорость, с которой мы можем изучать. Понял. Второй корабль. Как захуярить второй корабль? Наверное, здесь как-то. В космопорте. Понял, нам нужны ресурсы. Построить научный корабль. А где мои ресурсы? 100? Игра была давным-давно, периметр. На свою планету еще нажми, Терентий, там надо поверхности построй на пустых клетках, тоже разберись там, как строить какие-нибудь ресурсы. И строй добывающие там на... Ты уже построил на... Как... А этим добывающим ничего не нужно, кроме как? Им что-то нужно еще, кроме энергию того? Они жрут. Ну а так, ну если они построены, им еще что-то надо? Или они уже функционируют, грубо говоря? Функционируют, если там есть люди. На этих станциях? Ну если на планете, то да. Если в космосе, то вообще сразу функционирует. Я понял. А на планете нужно людей куда распределить, чтобы он функционировал? Ну прям вот клетку, допустим, ты построил рудник, и надо, чтобы там был человек.
То есть рудник надо построить. То есть, ага. Ну, рудник или станцию, хоть что. Не, я к тому, что они добывают у меня очистить. Уже на планете, грубо говоря, получаются ресурсы два. Два минерала они добывают. Они уже включены в мою систему денег? Да, они всеобщие, да, и в космосе, и в этом, да, включены. Построить. Понял. Но для того, что мне не нужно ничего строить на планете, чтобы они обрабатывались дополнительно. Нет. Понятно. То есть там достаточно поставить всякие... около этой планеты добывающую станцию, и оно уже будет добывать. Да. Производит кристаллы, требует... Я понял. Энергия и все другая ерунда, кроме еды, все общее. То есть энергия тоже идет тебе в плюс, и минералы тоже. И также и наука, вот эта вся, там вот эти всякие социологии и другое, это все. Слушай, а тяжеловато найти планету, пригодную для жизни? Так, я пока электростанцию построю. А я тебе советую взять твой флот. Там есть опция разделить флотилию. Выгонять всех. Понял. И один кораблик пустить вокруг себя, ну, по большому кругу, через shift, просто пролететься. Ты увидишь, какие что находится в этой системе, и поймешь, там, ну, нужна есть планета тебе или нет. Ебать, как сложно вообще. Массовое вымирание, блядь. У тебя? Руководит исследованием, руководит исследованием, командует флотом. Я создал себе второй флот этих, как его... научного корабля, но мне, чтобы дальше идти... А, назначить лидера надо. Без него я никак не могу? Нового найми. Нет, без него никак. Нанять нового лидера, понял. Как взять? Там есть мероприятие, нанять. Нанять ученого, возраст 41. Давайте какого-то молоденького возьмем. Вот, например, вот там это. Там у них бонусы есть на всякую ерунду. Темп изучения плюс 25%. Продолжительность жизни плюс 25 лет. Желательно у тебя темп... Темп исследования, если есть такое. Темп изучения. Он как раз молоденький. Кайфовый. Лидер доступен. Так, а если я... Темп исследования приручения войда, это не то. Прирост опыта лидера. Темп исследования и... Продолжительность жизни. Давай вот ты, типа... Вернешься, хотя тебе... Да. Теперь исследовать... Сейчас. Технологии. Людмила Казакова. Тебе темп изучения надо, вот. Ты там пацана какого-то нанял, вот его надо было ставить. Так я назначу нового, у которого темп изучения лучше. Понял, хорошо. Только у тебя, по-моему, ты откуда ты его снял? Ну да. Ну и поставил нового. Видишь? Опыт. Изучай систему, сука. Наша новая научная станция построена, и персонал приступил к работе. Какие секреты, какие запретные тайны мироздания нам удастся найти? Тебе надо было наоборот сделать. Того пацана оставить там, а этого как раз таки... Почему? Ну там типа бонус, вот то, что он... Вот ноги эти нарисованы, это типа как раз для исследовательских кораблей. Да? Я думал для исследования самих этих... Или... Там именно... Технологий? Там... Ну уже поздно. Можно поменять всегда. Да, нужен колониальный корабль. Колониальный пока... Смотри, там, на F6, когда у тебя... У меня 26 месяцев до исследования этой технологии. Была, короче, такая игра когда-то. Я могу ускорить, что она быстрее, например, станет. Не, не надо. Пока мы просто еще разбираемся. Пока разбирайтесь. Была когда-то такая игра интересная. Она... Блин, я не помню, как она называлась, черт. Там тоже был космос, тоже был... Были бои в космосе, тоже планеты. Сука, чат, напомните мне, как эта игра называлась. Лидеры. Так, руководит исследованием. Давай мы тогда его... Кто такая Людмила и почему ее говорят пускать по кругу? Не могу переназначить, что? Кто такая Людмила? Не знаю. Говорят, там... Но у меня военные корабли не могут варпаться пока. А, Людмила Казакова это... Ей 80... Или они без разведки не могут. Ей 84 года, блядь. Летели, ты смотри, правда. Людмиле Казаковой 84 года, парни. Удачи в пускании. А, не, ей 34. Ну, все еще. Space Engineers. Нет, она была точно как эта. Она как Цива была. Бля, как построить еще один корабль научный? То в космопорт есть там. А, возле Понял. Планеты выше такая херня. Угу, нашел космопорт. Как поплавок.
Ну там в космопорте есть настройки. Для него надо нанимать еще одного ученого, если научный корабль. Я себе уже нашел. В космопорте 5. У меня есть только кораблей на орбите, нет, построить, ну-ка, научный корабль. Сотен стоит. И да, пойдет. Я себе 6 планет уже нашел пустынных. И что с ними делать? Ну, потом колонизировать сейчас буду скоро, когда технология откроется. Это быстрый. И ну... Газовый гигант, пригодность 0. А я имею право газовый там, где у меня нет планеты, строить добывающие фабрики? У тебя, смотри, на карте есть граница такая твоя, твоего цвета. Она на зависит карте? От... Ну, нажми карту. Зеленая, да? Ну, если ты зеленый, то да, зеленая. О, четко. Вот, все, что в ней системы, в них ты они можешь мои. Добывать. Я да, можно. Клево. А если я заселю еще одну планету, граница расширится. Все верно, верно. Ну и если пустая, там да и заселяешь, вокруг нее тоже появляется граница в зависимости от населения. Можно еще строить строительным кораблем, где захочешь. Как там его. Пояс астероидов есть. Пограничный форпост, он тоже без создает границу. Мир. Угу, понял. Ну просто да, если другие кто-то захватит, ты не сможешь там как бы строиться, тоже такая проблема. Тут территория важна. У тебя на электростанции людей нет. Нет, есть. Жук-паук. А что строить на этих, на планетах лучше всего? Смотри сам, я сейчас минерал вот влупил. Если строишь еду, то быстрее население появляется. Строишь энергию, энергия у тебя как бы... Замечена комета. Яркий огненный шлейф остается в небесах планеты. Когда вблизи от верхних слоев стратосферы пролетает комета, мощь космопорта, воплощенная в ее траектории, произвела глубокое впечатление на жителей столицы. Они подобляют непреклонности кометы, следующей по своему пути, с той неизбежностью, с которой боевые жуки-пауки стремятся к галактическому превосходству. За победу, блядь! Жуки-пауки... А у меня, знаешь, что я говорю, окей, у меня всегда слава богам говорит. За победу, блядь. Так, добывающие. А что строить-то? Произведение добывающее? Смотри сам, сейчас минералы очень важны на начальном этапе. Так, а что строить? Не, в смысле, вот у меня сейчас есть немного... У меня есть немного минералов, немного кредитов. Смотри, на поверхности есть под клеткой какие-то показатели. Допустим, энергия, там, минералы, еще что-то, еда. Вот, если строишь на них такого же класса, то они будут стыковаться, допустим, стакаться. То есть будет там, допустим, еда дает 2, и то, что вказано в клетке. То есть, допустим, в клетке 2, там 2-4 и так далее. Если ты стоишь другого класса, то эти удаляются вообще напрочь. Понял. Хреново, я не знал. Не, ну, изучай можно... Изучай другие надо. Ладно, буду изучать другие системы. Назначим. Получается, мне вот здесь отменить. Только нового да. Купи. Ты я шус. Я понял. А где? А вот нанять есть. А, 44 года, блять. Новые миры 10. Вот ты за полтинник. 44 года, вот это вот бабища. У него уже, наверное, скоро климакс будет. Ты. Она не нужна. Точнее, она наоборот нужна. Уже отчаялась, наверное, ну. И ладно. Так, а я могу строить. Переместиться сюда, построить добывающие станции, построить изучить научные систему. Станции. Чихнул Терентий? Ну да. Здоров. Спасибо. Пожалуйста. Какие-то говняные системы попались в этом... в периметре. За победу. За победу. Сука. Не могу до сих пор. Там, кстати, колониальный корабль так нормально, ресурсов нормально стоит вначале, по-моему, 350 или типа того. Ебать. Именно ресурсов, минералов или... Минералов. Первого. И 8 энергии минус сразу даст. Он. Система изучена. Окей. Эти тоже изучены. Go next. Необходим ученый, я же нанял. А ты его не назначил, наверное. А, да, назначить надо. Кого еще-то можно набирать? Куда набирать? Ну, в смысле, нанимать там не только же ученых можно набирать.
Бюджет, политика, демография. Очень сложно. Пиздец, настолько сложно, что... Ну, да, я вообще ничего сложного не вижу пока. Очень большой проход. Жизненный мир. Независимая империя какая-то, пасит. Какие-то эти... Слышь, осьминоги летают. Что? Осьминоги. Газ не забывайте, бесит. Тут еще 5 ботов играет тоже. Военная власть, слышь, оно не захочет меня принять это сейчас, это байда? Может быть, там, как я узнать, не знаю. Как узнать, а враждебная она или нет? А там обычно желтые они, когда не враждебные, красные враждебные. Желтые не враждебные, красные враждебные, да? Да. Понятно. А что это? Что это вообще такое? Космические киты, слышь? Ебать, нормально. Там некоторые... Там мощь флота есть такая штука, типа показатель. Да, 78. Мой флот гораздо сильнее, я бы мог их это... Не стоит. Не стоит? Да, там ты много еще кого встретишь, не стоит. Я понял. Не, просто я тут сейчас буду строительную компанию строить, чтобы они добывали это, нанимали детей и добывали минералы, а тут это летает. Ладья. Киты. Как улучшать своих ребят? Кого? Ну, корабли. Надо технологии открывать, это надо быстрее, как говоришь, надо быстрее просто технологии ставить. Меня вот сейчас строится второго уровня. О, открывает так, сооружение физической лаборатории. Я все же отправлю. Повоевать с ними? Нет, я просто прикрою своих молодых там и все. Мало ли эти киты, я же животное ж может что угодно сделать. Во, термоядерный реактор производит огромное количество энергии, при этом значительно безопаснее, чем ядерный. Может его? Темп исследований ставь, этот, Терентий, да. Темп исследований там был. Да? Физики. Нужен? Очень. Ой. Где темп исследований? В физике. А где ты физика? А там плюс 5%. В науке. Это бездействующее сооружение. Плюс 5% ко всем исследованиям всегда. Бездействующее. Как минимум одному из наземных сооружений не хватает чего-то для нормальной работы. Я походу понял. Есть один человек, который физик, а остальные социологи у меня почему-то. А ты можешь их поменять? Да нормально, пускай социология. Там сейчас... можно нанять других, и там есть уникальные такие, которые дают плюс 10 ко всему, но это вообще редкость. Сейчас выйду к народу, скажу, что ночью ко мне из звезд прилетел бог и сказал, что мы идем в правильном направлении. Ура! За победу. За победу. Так, ладно, тогда мне нужно снять, например, пацана отсюда и переместить его сюда. Кайф. Отсюда переместить сюда? Нет, еда нужна. Терентий, ты в космические рейнджеры катал? Ну, не, не катал. Игра, так, ты игра не очень бодрая, хочется ответить. Тот же вопрос можешь спросить. Что за космические рейнджеры, по-моему, играл? Играл. Ну, а я нет. Аномалия. Анастасия Полначев изучает аномалию. Так, ты все еще изучаешь? Отрицательный баланс. Мы теряем кредиты. Ха, лах. А это потому, что я, наверное, слишком... Ничего сложного не вижу, пока говорит. Так у меня минус 0.33. Сейчас сократим на чем-нибудь. Урезатянем пояса, да? Какие проблемы? У меня просто начал уходить в небольшой минус. Вот уже добывающая станция функционирует хорошо. Кайф. Да это, наверное, слишком много денег требуют эти исследования. Манхал-Ла является объектом наших исследований на орбите. Ясно, морских китов. Нами был обнаружен... На орбите нами был обнаружен заброшенный солнечный парусник неизвестной цивилизации. Он был предназначен для субсветовых скоростей, создан несколько тысяч лет назад. Конфискуем. Конфискую. Любопытный, хотя и примитивный корабль. Ладно, он нам не нужен, он старый. Это как Волгу найти у деда в гараже. Отличная работа. Системы, смежные с нашей, полностью изучены. Мы должны использовать строительный корабль, чтобы построить добывающие научные станции для сбора разведданных. Понял. Так. Замечательно. Вы тут сказали, что на мою систему летит сумасшедший радиоактивный астероид огромных размеров, и у меня есть один вариант ответа, это замечательно. Короче, у тебя, подожди,
Просто супер. Замечательно. У тебя появилась красная херня. Красная херня. Вот, нажми на нее, увидишь астероид, возьми флот и атакуй астероид. Неважно, замечательно. Просто рыбка моя, какие новости. Построить строительный корабль. Мне не хватает строительных кораблей. Начал атаковать его. Так он спит. Он сейчас съёбнет мою планету. У меня флот в другой системе. Быстрее флот отправляй или пизда. Я сейчас умру. Надо выйти к народу. Попрощаться. Сказать все. Боженька смиловался над нашими душами, блядь. Прощайте. Кайф. Возверуйте. К вашей системе приближается сумасшедший радиоактивный астероид. Замечательно. Слава богам, блядь, как долго ждал его. Быстро назад, уёбки. Система изучена. А, нет, что ты делаешь, блядь? Сука. Что ты делаешь? Нет. Строительный корабль, так. Не могу. А здесь? Энергокредиты, кстати, очень сильно. Ты очень, да. Построил солнечную станцию. А чтобы построить добывающий корабль, энергокредиты не нужны, да? Или нужны? Нужны. Какой корабль? А как добывать энергокредиты, слушай? Солнечную электростанцию ставить, конечно. Понял, а я, блядь, затупил, у меня дохуя энергокредитов. Ой, дохуя минералов, но нихуя энергокредитов. А у меня наоборот, меняться. Го меняться. Сейчас поверхность. Я бы, сука, его давно... Ты уничтожил астероид? У меня нету нихуя... О, есть! 4 минерала на планете, нихуя себе. Это еще и океанический мир, ебать, вот это удача. Кайфово. Плыви сюда, блядь. Шус. Как там с уничтожением астероида? Да я нет его больше, я прикалываюсь. Не, он был, но его больше нет. Нормально, там тысяча минералов. Брюс Виллиса? Брюс Виллис спас всех? Да, точнее. Не дали. Но странно. Дали 150, по-моему. О, нет, вот только что 100 тикнуло. Еще 100. Было 150, еще 100 тикнуло. Скажи Шусу, что если не уничтожит астероид, проиграет. А то я не понял, блядь. Нет, я сейчас выйду и скажу, ловим его, парни. Жарский указ. Делаем такую охуенно большую сетку, блядь, чтобы поймать его. Я слышал, что если Брюса Виллиса нанять, то будет хорошо. Да, то все будет хорошо. Еще потом фильм снимут. Флотилия выполнила задание? Какое? Который ты сказал, видимо. Так, научный корабль. О, изучать. У меня тоже внутри, они что-то тупят, пиздец. Кто? Ну, научные корабли. Ты говорят, систему изучаешь там? Да, я уже дохуя что изучил. Так. Вот этот сюда. Пошли. Блять, на карте так кайфово, кстати, управлять кораблями. Потихоньку... А может, ускорим время, то что-то как-то... Я потихоньку начинаю вливаться. Ну, может, чуть-чуть совсем. Ускорил. Так быстро сейчас стоит, написано. А нельзя там средний? Обычно и быстро есть, и очень быстро. Понял. О, не, он слишком быстро хуярит. Это нормально. Там пишут, Ишус уничтожил астероид шахматы, мат-атеисты. В натуре. Нихуя себе, что это? Что ты на это скажешь? Нейтральная флотилия, Альфа Элиенс. Инопланетная флотилия. Слышь, у меня они тоже приезжали, эти Альфа Элиенс. Ну это каждый раз, наверное, сама по себе называет. Социалист. О, слышишь, нихуя себе, у меня... Мы, кстати, друг друга если встретим, то тоже не будем все друг друга видеть поначалу. Военная академия.
Я думаю, мне нужно содержание армии минус 10. Или орбитальные гидропонные фермы. Фермы. Понял. Ионный двигатель. У тебя пока армии нету толком. Ну да, но потом хер получишь, нет? Потом будет. Так, ионный двигатель или нанокомпозитная броня? Смотри сам, это мне посоветуй. Или космопорт уровня в Т2 открыть. Вот тут вообще без понятия, что тебе скажи. Скажи лучше, чтобы все много нужно. Энергокредитов не копил, в принципе, а то прилетят самая, галактические энергоколлекторы. И тогда ему Брюс Уиллис не поможет. Бля, так у него же так нету кредитов, это я коплю кредиты. Короче, парни, много энергокредитов не стоит копить, потому что прилетят галактические энергоколлекторы, и Брюс Уиллис даже не справится. Даже Брюс Уиллис не справится. Да, там это, кстати, вы его сразу исследовали технологию. Блядь, Джеки Чан, он такой, ха, смешно всегда, понял, там с приколами все решит. И никаких энергокредитов платить не надо, не поможет. Я так понимаю, что Терентий уже изучил колонизацию. Уходит от вражеской флотилии. Не факт. Ебать! Погоня! Критическая неудача. Умер? Не знаю. У меня съебался. Пираты напали на моего этого научный корабль, но он съебался домой. Нет. Ты построил флот здесь? У меня тут флот есть. Зум. Колонизировать. Я не могу нажать кнопку колонизировать. Требуется колониальный корабль. Так, ты иди. Так, построй его в космопорте 350 минералов. Сейчас, подожди. Ты ж, смотришь, надо же как-то отремонтировать кораблик, да? Там? Да, можно его просто на свою столицу отправить, либо... Ну, там, в принципе, отправляешь, выйди на орбиту, он сам ремонтируется. Ну, там тоже есть должен ремонтировать. Ну, выйди на орбиту, по идее, он сам отремонтируется. Хорошо. Именно не на станцию, а на планету. Можно просто на кораблик нажать, и у него там есть как плюсик. Так, секунда. Выйти на орбиту. На кораблик нажал, плюсика пока не... Снизу слева. Там, типа, как улучшить, всякая другая... Отремонтировать там... флотилию, точняк. Да. Колониальный корабль стоит 350. Да. У меня таких денег нету, сорян. Но я накоплю. У врага 76, у меня 75. С божьей помощью, ребят! Я посмотрел. Кстати, мощь не обязательно все решает. Там еще по степени попадания, технологии и так далее. С божьей помощью! Почему я не могу построиться здесь? О, просто выебал, по-моему. Уже 75 на 54. Данная планета... А ракетки там сейчас самонаводящиеся! Понял, за пределами наших границ. А когда они будут в наших границах? Ух, ебать, еще не скоро. Забавно бой происходит, кстати. Но один корабль я потерял. А если... Пограничный форпост. Пойдет. Обломки в системе, их только можно забрать, наверное, да? Правильно? Да, нет, исследовать можно научным кораблем. Научным кораблем, сюда, назад и вернулся. И, короче, технологии он дает, которые там были, какой-то процент от них. Так, можно вот технологии врага изучать, типа такого. Строительный. And then his dick fell off. Так, наш флот. Флот едет домой, блядь. Так, нейтральная флотилия уходит. Что, начал строить колониальный корабль? Колониальный? Нет, пока еще не начал. Срочный проект. У нас тут есть какой-то случай. А, это проект, наверное, как раз это и есть обломки. Инженерные исследования. Он прекращает его изучение, когда изучает обломки. Так... 350 минералов есть? Строя против ракет ПВО. У меня 465. Построй. Или у тебя ты не знаешь, где планету колонизировать? Я знаю где, но у меня не изучился этот корабль. А, сколько тебе еще? Я не знаю. А посмотри в технологиях. Он в обществе должен быть. В технологиях, в обществе. Общество. Что там у тебя изучается? Перейди на обычную, пожалуйста, в скорость пока. Надо чуть-чуть прийти в себя надо. Да, я бы тоже. Обычный уже стоит. Отремонтировать корабль. Сейчас я быстро армии закажу еще парочку этих орбитальных. Или в космопорте их надо заказывать. Построить. Во, корвет, да?
Да. Два корвета мне еще, пожалуйста. Так, на F5 или на F6? F6. И где там исследовано, надо посмотреть, да, найти? Либо общество, посмотри, что изучается. Изучается в обществе? В обществе изучается централизация колоний. Безжизненный газ. Да, сейчас посмотри, секунду. Безжизненные миры, блядь. Централизация колоний. Посмотри, исследовано нажми. И в обществе глянь. Исследовано. Общество. В обществе. Создать альянс, оборонительные армии, ферма. А нету протокола освоения новых миров? Протокол освоения новых миров. Не, есть пропагандистское вещание. Ясно. А изучается не протокол, да? Изучается централизация колоний. А что она дает? Открывает колонизацию континентальный мир. Социальное исследование. Колонизация континентального мира. Ты про это говорил? Блин, что-то не то у тебя начал изучать. Вместимость флота? Ты не можешь? Ладно. Попробуй изменить исследование. Изменить исследование? могу вполне изменить. Сейчас скажу. Что там? Если я имею исследование, я могу изучить доктрина космических сражений, изучение биоразнообразия и централизация колоний. Блин. Вот это централизация. Я тоже думал, что после него и откроется. Лидер получил новый уровень. Что я уже колонизировал. Так, по идее, я уже могу построить колонизацию. Нет? Строю. Я сейчас посмотрю у тебя. Космопорт открой. Да-да-да, я уже могу. Я заказал. It's toots. А что дает приграничный форпост, смотри? Типа оборонительное что-то, да, сооружение какое-то? Я надеялся, что он расширит мою границу, если он построится. Пограничный форпост, как раз таки, да, правильно сказал Терентий, это строишь на тех планетах, границах, где не можешь, но хочется эти системы, и оно, короче, он дает тебе там, ну, как, блин, короче, территорию, и можешь их застраивать. Ну, допустим, в перспективе можно заселить какую-то планету потом и просто его удалить. Игра поначалу, наверное, сложная очень. Очень. Ну, типа... Я уверен, что я, типа, хоть что-то понял, но этого мало. Да, ты пока мало понял. Иногда открываю и понимаю, что пока да. Нет, нет, не туда. Я говорю, первый раз мне вообще не понравилось. Далеко, вот где теперь находятся границы ваших владений. Вот, честно скажу, поначалу, так вот минут 20 назад я бы сказал, что игра пиздец говнище. Но на самом-то деле она охуенная. А чё ты бы сказал, что она говнище? А очень скучно было. Давай-ка это, скорость, скоростухи нам. Понял, быстро. Стоит быстро. Потом, кстати, чтоб не мучиться, ну, в общем, увидите. Военная власть улетела каким-то хуем. Лол. Чтоб не мучиться потом, ну, расскажу, в общем, чтоб потом не мучиться с системами, да, со строительством, можно будет создать сектор, и оно само будет застраивать их. Вот пиздец, только что хотел сказать, минералов дохуя. Сейчас всякие, знаешь, эти разбираю говенные завалы. Угу. Ну вот и застраиваю их как раз. Угу. Надо тебе очень технологии для колонизации. Аномалия. Что-то вообще. Почти целенаправленно движется на планете Витир 4. А ну-ка исследовать эту хуйню, которая движется. Так, где там колонизаторский корабль? Когда он будет готов? Космопорт. Отчитаться. Ты там осмотри, уже, наверное, сколько лутаешь этих минералов за ход? 16. О, и у меня 16. У меня 17. У меня просто вторая планета уже заселена. А энергокредитов? Один. У меня 8. У меня 8. Ну, у вас, смотри, вторая планета, так что... Горь его нахуй задавим! Управление и колониальные корабли. Если отдать управление колониальными кораблями искусственным интеллектом, экипажи колонистов могут быть погружены в глубокий сон. Развитие колонии плюс 25%. Одна аборигенная для планеты Витир-7. Я, короче, понял. Слышь, есть такая тема.
Модей. Слушай. Это, короче, то, что мне сказали, массовое вымирание, это, походу, типа, квест, который я должен пройти. Тут, типа, 5 задач, нужно 5 планет изучить и понять, типа, почему люди вымирают, и чтобы наш священный кусок не вымер. Священный кусок — это планета. Ага, ну исследуй тогда, у меня такого нету. Мы обнаружили высокоразвитый вид животных. Используя подходящую технологию, мы сможем преобразовать этих существ, наделив их сознанием и разумом. Я, правда, не в курсе, что у органики считается разумом. Стоит приглядывать за ходом этих исследований. Понял. Сколько будет стрим еще по времени? Передай привет Славе, пожалуйста. Очень хороший. Привет, Слава. Бармен в таверне. Стрим еще будет, не знаю, пару часиков? Или часик? Я уже 40 часов не ощущу, что наиграл. Садрот. Так, появился. Допустим, на самом деле, это... Колонизальный корабль появился. Тормознул. Минут через 10-15. Нет, через 10-15, потому что надо уже идти. Мы сегодня договаривались кое-что еще поделать, но в эту игру обязательно надо сыграть на дне. Кое-что еще? Со мной? Блин. Ну там. Перейти. ЛМОшка. А-а-а. Разместить колонию. Щелкните на квадрате, чтобы разместить. Призыв в армию совершен на священном куске. Здорово. Тогда стрим будет еще недолго. А, ебать, я случайно нанял армию нормальную, а не этот. Сука. Хотел нанять себе корабль, а нанял армию, понял, на планету. Красиво. Влияние еще есть, слышь. За влияние покупаешь лидеров, там всякие указы издаешь. На планете можно указ сделать, допустим, еды больше, там еще чего-нибудь. Либо, допустим, кстати, нажмите F1. Да. Там, сейчас скажу, куда, в политику. И там есть поощрение свободы мысли, очень полезная штука. Политика что? В политике поощрение свободы мысли. А где указа. Эта политика, блядь, ты вообще нажимаешь? На принципах. F1. Сделал активно. Политика. Она типа дает бонус к исследованиям. Но потом люди иногда будут. Орбитальная недовольны. Бомбардировка. А, разрешена. Понял. Геноцид разрешено. Размножение рабов разрешено. Рабство разрешено. Сюда, блядь. Право голоса, выборов нет. У каждого, кстати, это свое. Это у каждого свое. Наш колониальный корабль мягко... Выборов нет, все. Слушай, наш... А теперь иди и копай уголь, блядь. Минералы, блядь, хуярь киркой. Наш колониальный корабль мягко приводнился в океан, занимающий большую часть планеты Сан-Фернандо, неподалеку от побережья крупного архипелага. Бла-бла-бла, корабль был поставлен на якорь и превращен в административный центр колонии. Сотни палаток и сборных домиков выросли в одной части на островах вокруг корабля, когда его наконец начали покидать колонисты. Это первый город, который жук-паук строит в новом мире. Боевые жуки-пауки — это великий день. Да. Боевые жуки-пауки — это великий день. У меня человеки. Нормально. Ой, слышь, тут курс at once. 4 корабля пиратских. Охуевшие, бля. Копай отсюда и до вечера. Инопланетные флотилии. Мне кажется почему-то, что я, блядь, очень опрометчиво оставляю, ну, типа, не делаю новые боевые корабли. Меня сейчас придут и разъебут. Это, слышишь, смотри, а сеть солнечных панелей, они во имя чего на корабль устанавливаются? Они не на корабль, они строятся в космопорте, там слоты есть. Во имя чего? Чтоб энергия бонус была у тебя. Ой, блядь, у меня резко плюс 0 доход. Упс. У меня плюс 20 уже, я вышел. После изучения планеты ведущий ученый Роберт докладывает о том, что она необычно богата минералами. Данное открытие стало во многом возможным благодаря одному из членов экипажа корабля Катушек. Очень хвалит протеже. Предложить протеже должность ведущего ученого. Пусть продолжает работать на корабле Катушек. Так. Темп изучения... Боюсь, императора съебали мою добывающую станцию, суки! Многообещающая команда, да, Z-Box. Что-то короче. У меня энергия вообще в минус ходит. Как соединить флот, слышь? Если у меня Выделяешь их два. Там да. Есть, во-первых, опция объединить сверху. Вижу. Слева. Красиво сделано. Либо рукой их перемещаешь. Там тоже ну, пидорасы! Ответите за станцию, блять.
Так, мне нужна сейчас, энергия. Сейчас, как там? Сейчас я их водой, блядь, священной. Вперед, нахуй. Cursed ones. Что за ебаный дескорм? А, это понятно, это из Дума. Вешайтесь, уёбки. Грешники. Что-то она какая-то слишком жесткая для меня, не могу ее уже слушать. Покайтесь, пока не поздно. Что-то у меня энергия заканчивается. Покайтесь. Так, научные корабли, пора изучать дальше, бороздить просторы космоса. Да, я им тоже отправил. Надо... Жалко, что они сами по себе не могут этим заниматься. Да, это типа... да, недостаток. Бесит. Через Shift можно просто так сразу кучу раз этих выбрать. А как этот? Как видно, что какие я планеты уже изучил, какие нет? Там... Во-первых... Сейчас, секунду. Там снизу, типов... снизу... Слышь, у типов, короче, у флотилии... Ебать, мощность. Флотилия, научный корабль Хатушек столкнулся с враждебной флотилией Империи, инопланетная флотилия, и пытается уйти от нее. Знаете, что меня больше сейчас всего беспокоит, блядь? Вали оттуда, бро! 250, блядь, флотилия чья-то стоит враждебная. В двух системах от моего города. 250! Я только-только 125 нарастил, и то, это я потел. На завоевание? У меня потом в дальних этих было 60 тысяч флотилии. Это типа считается уже дальние, да? Ну, там я там через 100 лет где-то вот от того, что мы играем, там 2030, по-моему, у нас год. Так, вот пора строить военные корабли. А какие лучше? Проект был автоматически... Но обновление не выполнено. Рождаемость нужно повышать, блядь. Как им приказать ебстись? А там, по-моему, кстати, есть какой-то. Как? А смотри, как? Список указов. Политики. Зарождение космического пиратства! А нет. Нечем радоваться, Терентий, те еще уёбки. Флотская разведка докладывает, что за последние месяцы было совершено несколько нападений на гражданские корабли в нашем космическом пространстве. Вот хуйня. Тревога всем постам, привести флот в боевую готовность. Гранды на бесплатную еблю. Выдать. Ебать в моей системе. Ебать в моей системе, тоже хорошо. Принять указ, ебать в моей системе. Чтобы плодиться. Вот суки. У меня станции, блять, хуярят. Чувак, я тебе говорю, эти пираты уёбки. Я не успел свою флотилию подогнать. Редкие. Причем редкие. Это триумф, говорит. Разбил их? Нет. У меня не хватит сейчас сил разбить. Вероятная головоломка, блядь. Это... Эту головоломку стоит защитить, или это явно божественный знак? Это явно божественный знак. Сейчас клипану. Как флотилии? Можешь поставить пока место среднее? Создать новую, разделить? Обычная стоит, понял. Так, как бы создать новую флотилию, или как можно... Добавить, разделить флотилию. Разделить хочешь? Нет, я хочу добавить... Я хочу их блядь. Объединить. Объединить, да. Еще раз, выделяешь две, когда они в одной системе. Там есть слева, сверху кнопка объединить в этих вот флотах. Вот вы, сука, и попались. Либо... Вот вы, сука, и допрыгались. Объединить должны хотя бы две военные флотилии. Нашел их, сук? Нашел их. У меня Cursed Ones их зовут, а у тебя как... Не знаю пока. Объединить. Не знаешь? Сейчас. Объединить. Есть, 124, поехали, блядь. Где вы, суки? У меня 125. Ух, пизда вам сейчас. Ух, сейчас вломлю, блядь. Уёбки, блядь. Мои миры хуярить прилетели. У меня добывающие станции. Да. Твари вообще. Редкие твари. Я ускоряю скорость? Да, давай. Изучить систему. Так, тихо. А теперь, братан, где ты там, сука? Полетели. О, сейчас 5 кораблей выебут этого пиратского лорда просто в очко. Они тоже, кстати, ракетами хуяли. Блять, они сломали мою хуйню. А ну-ка вернулись, суки, в погоню. Все,
выебаны, высушены. Научный корабль. Изучить, блять, эту хуйню. Научный корабль изучить эту хуйню. Ставил флинг можно детектор. Сразу им. Что? Несколько задач. О, поехали, блять. А ну-ка, пизды. Хуяри их. Ой, слабаки. Уже правой минус половинка. Что? Правой кнопкой еще что можно положение в плане этой системы. Один взорвался, сука. Сейчас и второй. О, отъехал. И последний, как сук просто. Тут гниды вонючие. Вот, да, то, что надо, протокол освоения, ты прав. Mm-hmm. Очень нужна ерунда. Особые проекты. Понял. Исследовать. Я это эти, нужно. Можно их руины изучить, понял? Протокол? Не. А, ты про разбитый ход? Особые проекты у Терентия там, да? А, да-да-да, это руины. Да, я сейчас этим занимаюсь. Так. Теперь мне мне нужно отстроиться в этой системе, она слишком хороша. Она очень хороша. Бля, тут я понял, что я уже почти везде отстроил все заводы. К чему мне дальше с своими строительными кораблями делать-то и выносить? Себе пока все равно ждать подкрытия колониального. Можешь построить, наверное, это как ее пограничный фортпост где-нибудь, где как раз где будешь заселять планету. Вот, если там у тебя все исследовано, есть какие-то минералы, ты пока застроил, чтобы у тебя бонус был. Так, эти двигаются. А потом просто снесешь этот пограничный форпост, когда заселишь планету. Я понял. То, что она отнимает влияние, еще что-то там. В общем, неприятная ерунда. Так, а кто летит сюда? Или уже кто-то прилетел? Строительный корабль. Вот это, пожалуйста, вот сюда, пограничный форпост. Вот у ёбки, блядь. О, горит. Горит. Технологии простаивают, точно. Выберите исследователя. Позволяет расчищать непригодные квадраты. Не очень нужно сейчас. Вместимость флотилии плюс 10. Ну, такое. Пограничный радиус плюс 20. Вот это найс. Оборонительная платформа. Урон армии. Минералы. Инженерная лаборатория. Вот это. Что, а смотри, ебаш сейф, надо отойти. Сейчас, пауза. Охуительная игра. Да, нормальная. Если много, будет кайф, если много нас. И... Я поэтому и хотел, чтобы вы играли, потому что она прикольная. Типа... Не, она охуенная. Типа, когда много, человек 5. Но мне кажется, цивилизацию смотреть веселее на стриме, например, чем эту игру. Но эту игру охуенно самому играть просто. Да, но в цивилизацию тоже интересно играть так-то. Не, ну в эту игру, если сравнивать по... Да, давай. Посматривать по смотрению и этому, игранию, то... Реализации там и там, а тут эта игра по игранию хороша. Ну ладно, давайте, удачи. Так что, стой. Чуть. Пойдем сейчас в этот? Да, пойдем. Угу. Пойдем. Тогда я иду кушать и... Давай. Заканчиваю стрим. Давай. Ух, смотри, заманушник. Заманил. Изи, катка. Самая легкая замануха в моей жизни. Вот бы еще заманить их в радугу, да? Назад. Да, нет, там смысла тебе уже ничего делать. Нас забанили. Просто так, расисты чертовы. Так, а просто катать ранки, да не? А смысл? Там игра тухнет. Не те же люди, в основном читаки попадаются. Понятно. Но я сейчас скажу тебе, что было у меня. У меня было что? Ничего. Тайр, профиль... Секунду. Игры. В... Сейчас я найду ее. Черт, ну я больше явно наиграл, чем 20 часов. Том Клэнсис у меня 100 часов. То есть он почти... Ну, он не так далеко у меня в списке игр, которые я играл в Стиме. Поэтому... Ну, типа, первые 100 часов было довольно весело. Потом, конечно, такое. Что, из Чембер будете еще играть в Stellaris? Да, но я не думаю, что это будет на стриме. Ладно, ребят. Спасибо, что пришли сегодня. Стрим шел 4 часа. Я думаю, завтра или послезавтра я тоже подрублю. Так что не расстраивайтесь. Я пошел кушать. Приходите еще. Пока.